не получится, о чем пойдет речь. Это гонки, тур гигантов, который проводится уже 10 лет, и 4К, которое проводилось только в этом году, они хотели дальше продолжать, но вот, к сожалению, только сегодня я прочитал на сайте, на официальном сайте этой гонки, что они вторую такую проводить в 2017 году не собираются, хотя планируют. По каким-то соображениям, там в этом же районе, видимо, будет еще что-то готовиться. Для меня это очень печально, потому что я конкретно участвовал в гонке 4К. По сути дела, это одно и то же. Проходит это в Италии, на границе, сейчас я покажу, где-то тут была такая картинка, вот. В автономном районе Аоста, Валле д'Аоста, на границе с Францией и Швейцарией, у подножия Монблана. Монблана, Маттерхорна и других основных вершин Альп. Проходили, по крайней мере, в этом году эти гонки в начале сентября, а тур гигантов систематически проходит в это время, в одно и то же время. Примерно вторая неделя сентября. Протяженность гонки 330-350 километров. Набор высоты официально заявлено 25 километров. Реально по GPS-у вышло 31, у меня по крайней мере, 31 километр набора высоты. Контрольное время 150 часов, приблизительно. Но эти две гонки чуть-чуть отличались. То есть, скажем, на гонке 4К было официально сначала 155 часов контрольного времени, они его растянули до 159, но понятно, что это уже несущественные мелочи. То есть 6 суток с лишним и вот такой вот километраж. То есть для сравнения, гонка вокруг Эльбруса, которая проводится у нас силами Ивана Кузьмина сейчас, значит, подключился к этому Adidas, это Adidas Эльбрус World Race. Ее протяженность вокруг Эльбруса составляет 112 километров. Набор высоты 5 километров. То есть вот эти гонки, они в 3 раза длиннее и в 6 раз выше по набору высоты. Там горизонтальных участков нет вообще, напрочь просто. То есть, ну я не знаю, может быть, суммарно по горизонтали вы пройдете километров 20, может быть, из 300, там, 50. Все время это или спуски очень крутые, довольно-таки крутые, или подъем. Количество участников там огромное. То есть измеряется сотнями под тысячу, вот так. То есть, ну в этом году, поскольку гонок было две, они шли вот так вот в противоположных направлениях, одна за другой. То есть, сначала одна в одну сторону по часовой стрелке, потом другая в обратную сторону. И были даже пара человек, которые участвовали в обеих. И, по-моему, даже финишировали. Вот. Так, что я хотел сказать? Забыл. Район этот уникальный. Он похож чем-то по природе на Западный Кавказ наш. Там глубокие ущелья. Вот вообще они сами называют этот район Валле д'Аоста, так немножечко полушутя, Вальдостан. Хотя это полуофициальное такое название. Вальдостан — это значит такой стан, типа там, ну как Афганистан, там еще что-нибудь, Узбекистан, а это вот такой стан, который состоит из долин. И действительно там ущелья, все это вот, все эти ущелья сходятся в главное ущелье речки, вот по которой проходит как раз, я не знаю, тут нету этой указательной такой штуки. Вот через Аосту протекает речка, и по ней идет как раз главная дорога из Франции в Италию, речка Дора. Балтея, не знаю, как там правильно ударение ставить, она берет начало, эта дорога, из тоннеля под Монбланом. Там под Монбланом прорыв тоннель 17 км длиной. Уникальное архитектурное сооружение. Потом через известный перевал Сен-Бернар тоже тоннель под ним проходит. Вот эти две дороги сливаются. И вот административный центр Аоста. Значит, принимает участие, как я уже сказал, там, в этом году 600-700 человек принимал участие, стартовало. Где-то две трети этих людей доходят до финиша. То есть, ну, наверное, это означает, что это не так уж ужасно тяжело, как могло бы показаться. Может быть, конечно, в Европе накопилось такое количество вот трейлранеров, которые так себя натренировали, что вот их тысячи там бегут и пробегают по 300 километров. Ну, видимо, можно. Вот мы проверили, и оказалось, что все российские участники, которые были на этих двух гонках были, а их было больше 10 человек, финишировали. То есть подавляющее большинство тех, кто туда приезжает, ставит задачу не пробиться в какие-то там лидеры, а именно финишировать. Лидеры пробегают эту дистанцию за где-то 75 часов. Они практически не отдыхают.
То есть суммарное время отдыха лидера составляет 2 часа. И за эти трое суток. И надо сказать, они, в общем-то, это не шаг. То есть они большую часть дороги как-то подбегают. Понятно, что в гору они не бегут, конечно, потому что там довольно крутые подъемы, но с горы они бегут. Как организованы эти гонки? Это не автономное мероприятие. Там очень много расставлено пунктов питания. И вся дистанция поделена на 7 участков, неравноценных, ну, более-менее там как-то. База не жизнь, так называемая. Вот база жизни – это такое место, где можно не только поесть, там можно поспать, помыться, принять душ. Там работают массажисты, врачи вам будут там ножки растирать, там мазать, по-всякому заклеивать, если надо, тейпировать, все что угодно. Вот. И меню это просто можно долго перечислять, там 5 минут можно только меню рассказывать, чего там есть. Горячего, холодного, всякого. Вот. Ну, оказывается, что желудок человека там в прошествии суток-двух начинает уже себя вести плохо, и кажется, что все это ерунда, это гадость, и есть ничего невозможно. Вот. А на обычных пунктах питания просто, ну, вас там чем-то кормят, не всегда горячим, может быть, там бульон где-то есть, может быть, там супчик какой-то, так, чтобы вам, ну, макароны, может, где-нибудь пожарить. Макароны обязательно, естественно, макароны в Италии без макарон как. Где-то это просто печенье, какие-то, может быть, сухофрукты, чай, вот так вот. В некоторых можно поспать. Как правило, расстояние от одного пункта питания до другого, ну, часа два, но редко больше. Ну, конечно, зависит от того, как человек идет. То есть, ну, может быть, 10 километров. А, соответственно, вот эти куски от базы жизни до базы жизни, они отличаются. Там самый длинный порядка 60 километров, с набором почти 5. А самый короткий что-то 30. 5, что ли, или 38 километров с набором, там, ну, допустим, километр 3. Вот. И регламентировано не только общее время, но и есть так называемая дорожная карта, где прописано, во сколько вы должны прийти, не позже чего вы должны прийти на очередную базу жизни, и не позже чего вы должны оттуда уйти. А если вы успеваете, вы можете там хоть целые сутки валяться, ради бога. Если вы укладываетесь в это контрольное время. А на пунктах отдыха промежуточных можно, формально говоря, проводить не больше 2 часов, но реально, по-моему, за этим никто особенно не следит. Там есть обязательное снаряжение на этих гонках, как на всех таких гонках, естественно. Часть обязательного снаряжения я покажу. У меня где-то тут был пакетик. А вот палки, кстати, обязательным снаряжением не являются, и некоторые люди без них ходят. Хотя, по-моему, это, в общем, оптимизм такой неоправданный совершенно. Потому что, ну, колени жалко, и не только колени. Ну, мы шли оба с палками всю дорогу. Палки были вот у меня сплавовские, у Ирины аналогичные. И вот я для примера могу продемонстрировать, что становится с наконечником палки после этого мероприятия. То есть он, победитовый наконечник, стачивается вообще в ноль, абсолютно. То есть это вопрос о том, нужны они там или не нужны. Если не стачивается так победитовый наконечник, очевидно, стачиваются хрящики и там другие всякие части. Вот. В обязательном снаряжении входит куртка теплая, ну вот я вот такую использовал. Она какая-то, по-моему, прямолохтовская, легенькая довольно курточка. Термушка, у меня была сплавовская термушка, вполне себе хорошая термушка. Понятно, что лосины я их не буду демонстрировать, они у меня под брюками спрятаны. Кошки нам, вот, например, на гонке 4К кошки выдавали. Это были вот такие резиновые кошки. То есть это легкая штука, гривелевская. Как настоящие кошки, это, конечно, использовать нельзя. Вот. Но там везде тропы, и кошки нужны на тот случай, если пойдет снег и обледенеет что-то. Вот. То есть они нужны, ну, не, так сказать, не на снежных склонах таких прямо удержаться, а по обледенелым камням, таким слегка заснеженным, ходить. Это бывает. Это может быть. Вот у нас не было, у нас гонка проходила чуть-чуть раньше. А у Ирины она бежала гонку Тур гигантов вслед за мной, да, это было в конце. Ну, естественно, налобные фонарики, это ясное дело, у меня был налобный фонарик вот такой вот, вот он, нао, пенсель. У Ирины были реактики, это аналогичные версии пенсель, чуть-чуть более легкая, чуть-чуть менее яркая, но этого достаточно. Нужны, естественно, сменные батарейки,
Да, вот от базы жизни до базы жизни там перевозят ваши запасные вещи, баул здоровый. Вам вот этот баул, ну, объемом, ну, не знаю, литров 40, наверное, такой приличный баул. Туда можно пихать все что угодно. Еду, какая вам нужна, вы считаете, вам нужна какая-то там особенная еда. Положите туда, там можете хоть горелку положить. Вот, зарядные устройства всевозможные, можно пауэрбанк туда положить, сменная одежда, ну и так далее, и так далее. Всевозможные там аптечки какие-то. Минимальная аптечка у вас должна быть, безусловно, с собой. Дальше, что еще? Ну, естественно, нужны непромокаемые штаны, к счастью, не требовалось, чтобы они дышали, а вот куртка требовалась, чтобы она была дышащей из мембраны, из реальной мембраны, и даже вот у нас конкретно на гонке 4К были прописаны параметры, насколько она должна дышать, сколько-то там показателей какого-то Шнербера или не помню кого, в общем, она как-то там должна дышать и сколько-то там держать миллиметров воды. То есть это должен быть Гортекс или аналог. Ну вот, я по этому поводу разорился, пошел, купил курточку Гвор 3, по-моему, сиверовскую, она... Ну, это замечательная вещь, можете потрогать. Но по лесу бегать я бы не стал, потому что порвется, конечно, штука. Вот. А по горам вполне, очень удобно, действительно не промокало, дышало, все замечательно. Такая штука была необходима. Еще нам выдавали в стартовом пакете в качестве подарка замечательные компрессионные носки. Ну, носки там, ясное дело, это очень важная вещь, следующая после кроссовок по важности. И насыпали, ну понятно, банданку выдали красивую, вон она, 4К, все как положено. И положили каких-то немножко гелей, и вот такой вот, видимо, это изотоник, написано, что это адапто спринт, какой-то интеграторы алиментары, в общем, там соли, видимо, и углеводы необходимые, ну, как это называется, эти электролиты и углеводы. Оказалось весьма эффективная вещь. Даже Ирина, которая вообще это на дух не переносит, вот эту гадость, всякую химию, она это с тех пор, мы там набрали пучку, они лежали везде потом пачками. Это энергетик типа? Ну это энергетик и электролит. Энергетик, это электролит. Там, ну это и энергетик. Там, по-моему, калории это... Все там есть. Здравствуйте, извините, что я опоздала. Там есть. Там, по-моему, с энергией как-то не очень хорошо, но вот с солями, в общем, все нормально. Соли потребуют. И вкус у нее такой вот ванильный, ненавязчивый, то есть не то, что вот такая химия. Так, ну вот это примерно все. Ну, что касается меня, то я там использовал весь набор, вот честно, это не реклама, сплавовских носков такого рода. Значит, это самые главные носки, вот у меня здесь спрятаны, такие голубенькие называются, рейс. Это очень хорошие носки, пойди купи, называется. Их что-то, да. Вот, потом вот такие вот. Не помню, как модель называется. Какая-то вот тоже такая модель. Еще вот такая вот модель. Эти вот просто огонь. Какие? Вот эти. Да. Ну, они быстро, к сожалению, витят. А рейс, они очень долго играющие. Ну, идите, вот эти потеплее потом. Они меньше тянутся. То есть их надо покупать побольше, а вот эти уже поменьше. Ну, сплавские носки у нас сейчас на первом месте. Там были, да, значит, про людей по поводу, которые ходят без палок. Я там видел некоторое количество людей без палок, но зато видел еще и много людей, которые страдали всевозможными коленями там и так далее, и так далее. Еще, я вот не взял с собой, но у нас все, как бы, рогейнеры, это дело знают, ориентировщики, они ходят в гамашах, естественно, по таким местам. Потому что, ну, мне хоть это и тропа вот такого качества, у нас таких троп поди поищи, на самом деле. То есть, все равно насыпается что-то, особенно на спусках. Бежишь вниз, ну там мелкие камушки, да какие-нибудь иголочки и так далее. Вот. И, пожалуйста, потом на базах жизни лежат эти граждане, там заклеиваются с мозолями и все такое. Вот. Понятно, это не только плохая обувь, но и всякая вот эта вот ерунда, которая насыпается в кроссовки. А, да, кроссовки. Кроссовки это, конечно, да. Вот Adidas нам в прошлом году, после гонки Elbrus World Race, мы там чего-то заняли, они нам дали приз. И мы пошли, я тогда думал, что Adidas, значит... Да. Он шьет для таких вот, каких-то таких подростков, значит, вот какую-то, в общем, ерунду, честно говоря. А на самом деле оказалось нет, много полезных вещей. Вот кроссовки. У них есть целая серия кроссовок, которые для трейл-раннинга. Вот эти вот, они не позиционируются как отдельно для трейл-раннинга. Ну, я не в них конкретно шел, потому что те, в которых я шел, они давно дали думать. Но в таких же точно. И у них оказалось великолепный протектор, который просто замечательно держит на скользких камнях, на склонах там, и так далее.
и нога внутри кроссовка не елозит. Ну, как бы понятно, что колодка дело индивидуальное, а вот резинка вот эта вот, это очень существенная штука. Ну, тут он не очень злой, вот можно посмотреть, он такой ребристый, но не очень злой. Но грязи там нет почти на дистанции. Вот такого вот нашего московского, вот этого вот глина с водой, а тем более там коров много, с коровьим навозом и так далее, этого нету. То есть это не для спидкроссов? Да, на спидкроссах там делать нечего там вообще. В них улетаешь на... это был такой, наверное, не знаю, выставка асиксов в основном. То есть в основном народ шел в трабуках. Наверное, половина всех кроссовок, которые там были, это были трабуки. У кого-то было 4 пары разного цвета. Вот. У меня тоже одни были. Но я их в основном не использовал, а так вот в этих что-то у меня начали как-то на каком-то этапе там вроде какая-то мозолька образовываться. Думаю, ну надо мне, наверное, перейти на трабуки, полечить ноги. Значит, я какой-то этап прошел в трабуках. Ноги подзажили, но контроль вот этот вот на камнях, он ушел, конечно, много. Вот. Теперь что еще по поводу троп? Тропы. Это вот, знаете, они сложены еще рабами Рима. То есть им там 2000 лет некоторым. Там ведут эти акведуки из каких-то там, где-то там залитых водохранилищ на километр вниз. Вот, и по ним еще, вот с тех пор, уже 2000 лет, бежит вода. А рядом идет тропа, на которой, по-видимому, скакал какой-то, значит, рабовладелец на коне, погоняя рабов, потому что не по-человечески шаг сделаны ступеньки, они там вот такой высоты. Непонятно, зачем делать ступени такой высоты. Это очень удобно ходить по ним. Видимо, я так предполагаю, что, наверное, они на лошади там как-то заезжали, я не знаю. Или, может, они такие были гиганты. Вот. А теперь туда не так просто зарегистрироваться, если кто захочет. Регистрация начинается, наверное, по-моему, в январе, да? Нет, 14-го... Нет, первого... Я не посмотрела, как в прошлом году, я не нашла сейчас информацию. 1 февраля старт регистрации, или 14-го? Ну, где-то вот зимой. В общем, то ли 1, то ли 14 февраля старт регистрации, потом они накапливают все эти заявки 2 недели, а потом розыгрыш. Это вот что касается тура. Причем там квота для страны 2 человека, это обязательно, и дальше пропорционально участникам. То есть вот у нас сколько там, 10 человек зарегистрировалось, и дали сколько, 5 мест дали. Вот. В результате там еще как-то слева образовалось еще какое-то место, потому что народ отказывался, и в принципе я прошла только во вторую очередь, что кто-то отказался, и тогда дошла до меня очередь. То есть там процесс такой идет сложный и длительный. И вот пока нам на туре отказали, мы зарегистрировались на 4К, куда в результате Саня попал. Но из-за этих разборок, я не знаю, Саня, ты рассказывал? Нет, я не рассказывал про разборки, не рассказывал, откуда взялись 2 гонки. Да. Значит, вот ты еще пока не знаешь, а я пока ехал сюда, прочитал, оказалось, что в этом году 4К они решили не проводить. Как? Я ехал сюда и это прочитал. И это, в общем, для меня, конечно, очень грустно. Вот. Ну, что делать? А чем они отличаются? 4, отличаются вот чем. Отличаются направлением и тем, кто организует. Она то есть сложнее? Временем. Нет. Прежде всего временем отличается, потому что тур проходит на 2 недели позже 4К. Условия уже другие, да? И условия совсем другие. То есть, в общем, то у нас там пруга была, в общем, причина, из-за чего организаторы поругались, в частности, заключается в погодных условиях. То есть официальная версия причины того, что они поругались, заключается в том, что там было 2 команды организаторов, то есть местные вот те, которые там живут, они такие очень энтузиасты, да, и более-менее коммерческая организация, которая называется VDA Trailers. То есть VDA — это Valle d'Aosta, VDA Trailers. И вот местные предлагали этим VDA Trailers перенести, сдвинуть гонку на пораньше, на пару недель. Потому что систематически вот во вторую неделю сентября погода начинает портиться. И неоднократно гонка останавливалась. Были несчастные случаи, по крайней мере, один точно. Один человек погиб, поехал по склону. Причем вместе в таком довольно-таки простом. Ну, просто люди уже, так сказать, в неадекватном состоянии, понятно. Потому летать, в общем, есть где, особенно если плохая погода. То есть, вроде бы, такой ничего не обрыв, но 45 склон, и там этого склона, насколько хватает глаз, то зацепиться не что. Вот, а если еще в таком состоянии? Ну вот, и в общем, в результате, значит, они не договорились, и местные решили организовать, значит, альтернативную гонку пораньше.
Но не на две недели пораньше, а на неделю пораньше. И действительно, ну, как бы понятно, что один случай это не показатель. Но вот у нас было в основном жарко и хорошая погода, а у них погода была плохая. Больше дождя и под конец выхлоп снег. Ирина расскажет, и температура падала до минус 6 ночью. Это так уже ощутимо. А у нас было все, в общем, более-менее. Что еще с организационной точки зрения на это стоит отметить? Ну, это, конечно, населенный район. Там все это проходит в том числе по поселкам, но и по диким местам тоже. То есть в основном это тропы, хорошо оборудованные тропы в горах, вплоть до такого, что на куруме, то есть на осыпи, камни, каждый камень положен на свое место и прибит гвоздиком, у гвоздика спилена шляпка и покрашена красочкой. Центр специально где-то. Ну реально, просто дорога из желтого кирпича такая. Но она может быть очень крутой, очень. Но не качается. Вот. Но не качается, да. Чтобы камни качались, такого почти нет. И ты не хочешь убегать вокруг. Да, и толпы, еще они для того, чтобы тропинка не размывалась водой, тропинку, она по склону же идет, они перегораживают через каждые там, метров 10, иногда и чаще, такими бортиками, высотой сантиметров 20 и очень острыми. Это так радует вообще, когда ты бежишь по тропинке. Прыг-прыг через этот бортик, прыг-прыг через этот бортик, а он острый. Иногда хочется на него наступить, а не перепрыгнуть. А то мало ли споткнешься. Вот, а он острый. То есть это такое удовольствие сомнительное, зато тропа целая вот там. Какой труд вложен вот в то, чтобы это все там создать? Да? Вот это же не единственное, они же не по всем тропам проходят, там еще их много вокруг. То есть это какие-то экологические тропы местных там, каких-то коммун. Вот. И базы жизни, они организованы в поселках. Это какой-нибудь, допустим, спорткомплекс, где там, допустим, в каком-нибудь физкультурном зале поставили раскладушки, дали вам одеяло, вы на этих раскладушках можете спать. Даже одноразовые, по-моему, давали эти, одноразовое белье, типа такого. Нетканное. Ну да, так, простым, который в спальник закидывается. То есть спальник не нужно с собой туда тащить. Он ни к чему. Местные жители встречают, вот это принципиальное отличие от того, что я видел в других местах, местные жители встречают настолько дружелюбно. Вот вас постоянно подбадривают, постоянно кричат, что вы молодец, такой гигант, прям такой вообще весь такой, что под конец гонки уже просто слезы на глаза наворачиваются. Ну невозможно. Вам звонят колокольчики, там вот, ну просто чувствуешь себя героем настоящим. Прям вот, не знаю, чуть ли не Иисус Христос. Идешь и все. И это каждый встречный поперечный. Вот все, кому не лень, абсолютно. А настолько тетяся. И поэтому, конечно, туда хочется вернуться. Но вот когда вы по тропе бежите, идете, там только участники гонки? Нет, не обязательно, не обязательно. Например, мы стартовали. Вот мы стартовали в поселке Кони. Я буду их название произносить, но вам они вряд ли еще скажут. То есть там главное это Аоста, центр административный, ну городок такой, но не сильно маленький, кстати. Потом там есть известное место, прямо у подножия Монблана, Кур-Майор. Ну такой, это, так сказать, с другой стороны Шамони. Шамони все слышали. Во Франции Шамони, а здесь Курмайор. Это очень фешенебельное такое местечко. Тоже не очень маленькое. Вот у них на туре гигантов старт в Курмайоре. И пошли против часовой стрелки. А у нас старт в другом месте. Называется по-итальянски Конья. По-французски, видимо, Конья. Вот. А что я бы хотел сказать? А то, что другие люди. А, вот до первого перевала, который высотой 3300. На тропе полно народу. И на перевале сидели десятки людей. Просто встречали. А это далеко вообще-то. Поселок находится на высоте 1500, перевал 3300. Вообще перепады высот такие. Перевалы обычно около 3, плюс-минус сколько. Это самый высокий 3300, Кольвасон. Самая низкая точка дистанции 300 метров. То есть перепад абсолютный высот 3 километра. Вот. Значит, вот эта вот, которая точка самая низкая, это в долине Дора-Балтея, внизу, там уже на выходе, как говорится, из всей этой Аосты. Место называется как Понт-Сен-Мартин, да, вот этот вот. И там крепость Барт находится, Форт-де-Барт. Крепость, которая сдерживала 2 недели войска Наполеона, сидели в ней австрийцы во время наполеоновских войн. Ну, крепость производит впечатление. Да. Она запирает долину, так конкретно, стоит, запирает с тех пор. И ассоциация, вот, связанная с этой крепостью, она, в частности, принимала участие в организации гонки 4К.
То есть, ну вот, высоты, к высотам надо готовиться. Высоты пониже чуть-чуть, чем у нас на Кавказе, но не принципиально. И, в общем, чувствуется, высота чувствуется. Я замечал, несмотря на то, что у нас была хорошая акклиматизация и все такое, все равно подходишь там под 3000, уже так что-то, это самое, не быстро идет. Ну вот, наверное, это такая официальная сторона вопроса. А дальше можно, наверное, о своих впечатлениях рассказывать. Да, там можно иметь группу поддержки в количестве одного человека, который будет вас все время обслуживать на этих базах жизни, как-то сам, правда, между ними перемещаться своим ходом. Они все связаны, конечно, сетью дорог, но это довольно длинные обычно. Надо куда-то там, в любой долине надо приехать примерно в райцентр, а потом из райцентра, ну или в областной центр, не знаю как, а потом из него опять. И это там с пересадками, это полдня занимает такое мероприятие, а в худшем случае целый день. Вот. И вот это, но вот этот человек, он бывает очень важен. То есть вы приходите в никаком состоянии, вас там облизывают, и все, значит, кормят, поют, обувают, там, и укладывают спать, поднимают и следят за вашим временем, за вашим состоянием. И так далее, и так далее. Заряжают фонарики. Вот, вот такой вот, у меня вот такой вот человек, вот он был. А я сыграл немножко хуже, потому что я на первые два, что ли, на первые три дня уехал в Москву, там мне надо было по делам, а потом вернулся. Ну, дальше уже опять сопровождал. Вот. Ну, давай, может быть, ты тогда о своих впечатлениях расскажешь. Здесь есть фотографии, вот, ага. Здесь они все подряд, их огромное количество. Ну, можно, да, фон, то есть, может быть, да, как фон. Да, конечно, ты будешь говорить, а я буду. Да. Вот я хочу сказать сначала о снаряжении обязательно, потому что немножечко это отличалось. Я уже чего-то показал. Да, но я не буду показывать, я слышала, да. Немножечко это отличалось, то есть в сторону меньшей требовательности. И проверяли у нас это снаряжение, там вытягиваешь три фантика, на которых написано, что ты должен показать. Список обязательного снаряжения можно на сайте посмотреть, поэтому как бы это не важно. То есть достаешь, вот мне досталась куртка, шапочка, свисток и обязательно показывать кошки. То есть кошки это у тебя должны быть на протяжении всей дистанции. Кошки это вот такие облегченные, Саня уже показывал, гривелевские. Вот, причем у нас они тяжелые, это вот им давали. А у ребят были совсем легкие, там грамм 200. Вот такие кошки тоже существуют. Что значит давали? Вам давали? Сами давали, сами. 4К дали. Да, в стартовом пакете выдали, подарили. Мы не давали. Не дают. Вам надо, ну так как сами дали, то мне пришлось на мой 35-й одеть вот его 45-й. Ничего, я не умерла, даже там бегать смогла. То есть они, в принципе, держатся на кроссовках, хотя я думала, и меня заставили их одевать, потому что была пурга, выпал снег, и на последнем перевале просто стояли спасатели на тропе, и, в общем, разворачивали тех, кто свои кошки, в общем, как-то... Ну, в каком месте? Ну, куда в каком месте у тебя тут? Ой, извините, сейчас. Нет, выше? Нет, я не знаю, списал ты, нет? Проверяется, там даже каких-то людей дисквалифицировали у нас. Ну, в общем, можно сэкономить все в весе вот за счет кошек. У меня рюкзак на старте весил где-то 4200, но у меня там была вода тоже там ненужная, которая, в общем, там можно обойтись, там 300 мл, это вот так хватает, там можно и ручьи всякие есть. И на, помимо баз жизни, на дистанции, еще вот я сейчас посчитала, пока ехала, 42 пункта питания. 42. И в каждом этом пункте питания вы оставляете свое время. И вот я его там оставила очень много. Потому что приходишь и думаешь, ну что бы там поесть, вроде бы не спешишь никуда. Вот. И а когда это умножается на 42, то это, в общем, катастрофой становится просто. Вот.
Это что касается времени. Но я шла не за спортивными результатами, а я шла просто, чтобы финишировать в таком довольно-таки, ну, наверное, расслабленном режиме, потому что мне казалось, что, в общем, я не смогу пройти, все ужасно, и, в общем, такие наборы высоты, я просто там умру реально. Вот. И поэтому я не торопилась. На каждой базе жизни вот такие листовочки, это дают не в стартовом пакете, они там валяются в Курмайоре на каждом перекрестке. И вот здесь вот написано, вот нарисованы базы жизни и пункты отсечки, и на многих пунктах написано, когда пункт открывается и когда пункт закрывается. То есть у вас контрольное время не только на финише, а на каждой базе, а договорен, да? Вот за этим надо следить. И если вы идете вот в таком режиме, так не торопясь, то вы можете попасть в такую ситуацию, когда вы должны успевать на этот контрольный пункт, и это выматывает очень, потому что реально по-настоящему отдохнуть невозможно, потому что там от времени закрытия на вход, закрытия на выход 2 часа, то есть если вы пришли впритык к времени, когда вы туда можете попасть, вам через 2 часа надо выйти. 2 часа это мало, тем более для уставшего человека, который идет вот так вот медленно-медленно, это мало. Кира, скажи, пожалуйста, что значит ты не торопилась? Объясни это вот, скорости, а то так, ты бежала или нет? Ну, я бежала вниз, я всегда бежала вниз. То есть мне ломать не строить, мне на спуск, в общем, хорошо. То есть на подъем я еле плелась, меня все обгоняли, а потом доходила до перевала и уже там бежала, и сначала, в общем-то, приходилось вот по этому курму оббегать, а потом уже народ, ну ведь идешь-то все время, вот все знают, просто расступался, и, в общем, я пробегала. Вот. И за счет этого скорость была такая, в общем. Потом удалось нагонять. Но я очень много потеряла, вот, во-первых, на пунктах питания, потому что, ну, я не знала, что я еще чего-то там могу. Вот. И очень много потеряла на базовых жизни. Потому что, во-первых, сначала я там была одна, и это было очень тяжело. Одна в смысле без группы поддержки. Без группы поддержки, да. Вот. Потому что, значит, сумку взять, сумку дотащить, она тяжелая, найти место, где поспать. Потому что вот первая база была ужасная, там, в общем, ничего невозможно было найти, и мест для поспать не было даже в тот момент, когда я там оказалась. В общем, я там просто, в общем, потеряла время и пошла не словно хлеба. А что представляет из себя место для поспать? Это разные места. Как правило, это некая большая армейская палатка такая, в которую дует теплым воздухом, теплый вентилятор, то есть она отапливаемая фактически. Либо это физкультурный зал какой-то спортивный, потому что несколько было баз жизни в спорткомплексах. На скалодроме, постельные маты. Эти маты, там есть такие типы раскладушек, на некоторых даже лежат матрасы, одеяла есть, подушки, в общем, там можно комфортно спать. Насчет не брать спальник, ну, я бы, наверное, все-таки порекомендовала бы какой-нибудь тоненький спальничек взять, потому что, ну, пару раз было прохладно, тем более, если это вот не 4К, а тур, когда попозже, то есть просто уставший, и этого одеяла может не хватить, а лишних тоже может не быть, то есть такой тоже может быть. То есть если есть возможность сунуть маленький спальник, лучше пускай будет, чем его не будет. А многие из группы поддержки? Ну да, очень много. Больше половины, наверное. Да, наверное. Но народ, очень много народа из Италии, Испании, поэтому Франция. Вообще просто, причем все ездят на своих машинах, это тогда вообще никаких проблем нет. Это я там просто как белая ворона была, потому что, во-первых, на автобусах, ну там расписание берется в расписание и на автостанции, и в турбюро. То есть все эти состыковки существуют, но некоторые автобусы очень неудобные. Например, они уходят из какого-нибудь там, из какой-нибудь долины утром, а вечером уже ничего не уходит, когда тебе надо оттуда. И, ну, в общем, проблемы возникали. А я там поехала с рюкзаком с большим, где у меня была палатка, спальник, коврик, джетбой, в общем, ну, все с собой. Оказалось, в общем, это не нужно, потому что переночевать можно в группе
поддержки точно так же на этой базе, даже иногда, то есть, ну, спорить спальня. Иногда даже там какие-то кровати были свободные, на которых можно было переночевать. Поесть там тоже иногда кормят, иногда не кормят, ну, в общем, что-то переночевать. По-моему, в основном кормят. Ну, немножко. Да, в основном кормят. Они не обращают внимания, группу поддержки, ну, как, или не группу иногда поддержки? Иногда мне не давали, то есть по-разному. На это рассчитывать 100% не стоит, но, в общем... Ну, участник, он же не всегда с номером. Да, ну, как правило, там можно и спать, и есть, и, в общем, ни в чем себе не отказывать. Вот. Но я этого не знала и таскала большой рюкзак с собой, который мне, в общем, осложнял жизнь. Вот. Также можно встречать, ходить встречать участника, провожать участника, в общем, как-то это скрашивает. Ну, нельзя за него... Да, но нельзя ничего носить, вот, то есть, как бы, вот, в стране вот, перемещаешься. Вот. Но группа поддержки, это, конечно, очень важно, потому что там зарядка фонарей. Либо ты должен быть очень готов, что у тебя в сумке лежит этот пауэрбанк. Вот Паша Воздвиженский возил пауэрбанк, он просто всовывал свой аккумулятор. И пока они ехали в сумке до следующей базы жизни, они заряжались. Потому что иногда просто на базе жизни нет свободных розеток. Вот такое вот было. И ты вместо того, чтобы спать, бегаешь со своими аккумуляторами и думаешь, что же с ними делать, потому что если не зарядишь, то ну, следующую ночь вообще без света. Это вместо того, чтобы спать. Вот. Мы встретили как-то дяденьку, то есть я встречал Ирину, и нам одновременно, ну, а рядом с ней шел мужик, который спрашивал, нет ли у нас фонаря, потому что его фонарь сел, а запасной тоже, видимо, сел, не знаю. В общем, он шел с каким-то вообще тусклеющим да. там... Фактически без света. Ну, по горам невозможно так ходить. Хоть ты по тропе идешь, все равно там ноги переломаешь. Ну, к счастью, у меня там с собой был еще один фонарь. Он потом его там. То есть, ну, за этим надо следить, действительно. А часто приходится идти ночью. То есть нельзя организовать жизнь так, что будете все время идти днем. Обязательно придется идти ночью. Нет, у тебя была какая-то тактика, или вот ты сколько выдержишь, чтобы у меня была тактика уложиться в контрольное время, в эти 155 часов или сколько там. Вот. Но это была неправильная тактика. То есть вот так не надо ходить, потому что, во-первых, это физически очень тяжело. Как правильно? Наверное, надо правильно все-таки стараться побыстрее идти, чтобы не попасть вот именно под контрольное время, потому что это очень тяжело, когда, во-первых, у тебя давят на мозги, что ты не успеешь, вдохнуть. Успеешь на базу жизни. Не только, вот ты, например, успеваешь на базу жизни, успеваешь, там как-то там отдыхаешь, выходишь с этой базы жизни перед ее закрытием на выход. И у тебя до следующей базы жизни уже вот очень лимитированное время, а там ну, мало ли что случится. И ты уже идешь вот в стрессе, то есть это вот что, а вдруг ты не успеешь. То есть вот надо наоборот стараться, если идешь медленно, то стараться накапливать вот эти вот свои лишние часы. То есть я этим потом занялась, вот, чтобы все раньше и раньше приходить. И на мой взгляд, надо постараться сделать так, чтобы накопить какое-то время, чтобы на какой-нибудь базе жизни полноценно отдохнуть там вот часов, наверное, 6. Можно я тут немножко вставлю свою реку? То есть я подался наоборот и перебрал в другую сторону. То есть вначале я решил, что первые два этапа, я, конечно, не знал, как у меня организм себя пойдет на такой длине. Я никогда не пробовал. На Эльбрусе пробовал, но Эльбрус три раза, короче. Там можно за раз пройти 112 метров. Ну, думаю, ну хорошо, вот я 112 пройду, как раз будет два этапа. Только набор будет не 5 километров, а 10. Ну там 9. И пошел так. И первую базу жизни я не то чтобы сходу прошел, там поел даже, по-моему, душ сходил. Вот Час сорок. Ну, что-то в таком духе, да. Я не отдыхал. И пошел сразу дальше. И достаточно быстро двигался вначале. И потом тоже мы бегом бежали, с кем-то меня итальянцев скрутил. Я выхожу, ну, мы что-то вышли в 9 часу, уже темно было. Идем вместе, я ему говорю, ну, вот, хорошо, теперь можно особенно, ну, можно не напрягаться особенно. Он говорит, да, конечно, и побежал. И я за ним тоже побежал. Мы ближайшие 9 километров бежали под горочку, бегом. Быстро довольно. Это было лишнее. То есть смысл такой, что я в результате накопил какую-то, не знаю, что это такое. Это не закисление, это что-то другое. Какое-то идет отравление организма. И где-то, наверное, часов через 15 ну, движения, с начала гонки, у меня организм перестал принимать
еду. И питье еще какое-то принимал, вот у меня раньше такого не было. Кули не было. То есть, как говорится, добро пожаловать в наш бред-клуб. 15 часов, ну ты же 24 бегал. Дело в том, что там интенсивность здесь больше, потому что ты идешь в горы иногда, по гору ты бежишь. Я следил за пульсом, там, чтобы он у меня слишком сильно не раскачивался, но по гору он все равно раскручивается. Потому что, ну как по гору, ты что думаешь? Ну, без усилия, я вот бегу тут, а пульс на самом деле наоборот выше под гору почему-то оказывается. Гору ты как-то следишь, а по гору он вот. И накапливается какое-то отравление такое. Я не знаю, вот тетя Ася как раз про азотистые хвосты говорит. Наверное, какие-то, может, азотистые хвосты. Не знаю. Печень, в общем, начинает себя, видимо, вести как-то не так. Или, может, не печень, не знаю кто. И в результате, ну вот, чувствуешь, что ты уже ничего не можешь есть из того, что они предлагают. Все кажется кислым каким-то, отвратительным, тошнотворным там, и так далее, и так далее. И людей, которых тошнит, постоянно тошнит, они есть не могут, и запихивают еду, их тошнит, их они снова запихивают, таких там полно. Некоторые сходят прямо в первый день именно из-за этого. Но организм как-то вот перестраивается, и потом он потихонечку и втягивается. То вот. Есть у тебя вот это началось, ты не ел, бежал дальше, как у тебя прошло? Я сейчас скажу, значит, я считаю, что я перебрал с темпом. Надо было вначале идти чуть-чуть потише, и на первой базе сколько-то отдохнуть. Потому что мы шли в одном темпе с товарищем Воздвиженским, который большой в этом деле спец, он уже прошел таких, значит, это была его третья 200-мильная гонка, он прошел Тур Гигантов, он прошел Петель, есть такая, в UTMB, в рамках UTMB проходит гонка Петель, она тоже 300-километровая, и вот это была его третья гонка. Значит, он решил, что он будет отдыхать больше, то есть он быстро двигается, быстрее двигается, да? Но отдыхает больше. И вот он на первой базе жизни он провел часов, по-моему, часа 4, кажется, или что-то в таком духе. А я пришел туда почти одновременно с ним. А я провел там полтора часа, да? И к следующей базе жизни он меня уже обогнал почти на час. Хотя мне кажется, что я не тащился нигде, прям не волочил, где видели ноги, но вот тем не менее. В общем, надо следить. Вот, то есть тут какой-то есть оптимум непонятный. У каждого это индивидуально. Если ты сидишь слишком долго, ты теряешь время, тебя обгоняют какие-то, значит, люди, пока ты спишь. Если ты идешь слишком быстро, то сначала, не то, что слишком быстро идешь, а мало отдыхаешь, то потом темп падает катастрофически, и это превращается в сплошную муку. То есть можно совсем не отдыхать, наверное, но это будет пытка вот на протяжении 5 суток. Ну, надо сказать, что на этих базах жизни надо следить, чтобы отдых был нормальный. Не просто там вы болтаете, сидите за столом, болтаете с кем-то. Это очень приятно, особенно с группой поддержки, поболтать. То есть это у нас было. На самом деле, да, даже просто один. Должен быть режим. Человек приходит, быстро ему дают, вот группа поддержки дает сумку, душ. За это время ему там находят место, где спать, еда какая-то, человек приходит из душа быстренько, быстро ест и тут же ложится спать, без всякой болтовни. То есть дисциплина. Да и душ не обязательно, не всегда, по крайней мере, обязательно. Иногда хочется. Да, ну вот хочется, да. А вот чтобы представлять, например, вот первая база жизни закрывалась через сколько от старта? А сейчас я скажу, у меня вот это вот... Она рассчитана, это рассчитано, я так не увижу сходу, ох. Да, смотрите, старт в 10 часов утра у вас, да, был старт, кажется? В 10 часов утра. В 5 часов следующего дня, то есть через 19 часов, она закрывалась на вход. 19 часов по расстоянию, там что-то 59, что ли, километров. Нет, у вас поменьше. 50 километров. То есть 19 часов, 50 километров. То есть это, ну, казалось бы, еле ноги очень. Это на вход, а на выход она через 2 часа закрывает. То есть еще 2, 7 часов утра. Mm-hmm. Вот. То есть на самом деле средний темп вот такой, вот, он рассчитан на какой-то такой там 2 с небольшим километров в час. Но люди не ходят с такой скоростью, реально-то. Я такого не видел ни одного участника. Но в гору может быть иногда. Я там была на этой первой базе где-то часов в 11 с чем-то вечера. Вот. И 2 часа провела совершенно впустую, потому что, ну, вот я не нашла себе места, где отдохну, там, ну, это у нас какая-то база была дурацкая, потому что все остальные были хорошие. И не поспать, не помыться, в общем, без толку. Хотя, вот, наверное, если там был бы Саня, он бы мне бы что-нибудь такое нашел. Потому что меня там гоняли с этой сумкой с этажа на этаж, в общем, как-то очень странно было. Я помню, что был момент на какой-то базе жизни, когда я ее сопровождал. Когда я шел, я ничего не помню.
когда она шла, я, конечно, мог думать. То есть думать должен сопровождающий. Участник думать не может. И дисциплину обеспечивать. Да, и мне старалось, вот, мне казалось, что я должен стараться ее выпихнуть куда-то там. И даже мы ругались по этому поводу, что вот, ну хватит уже какие-то непонятные телодвижения бессмысленные делать. Потому что время идет, полчаса проходит, час проходит, какие-то бумажки там, какие-то тряпочки там перекладывали, на носочек там дурацкий. То же самое, когда он бежал, но не проявляла жесткости, а надо было. Хотя на самом деле человек ведь отдыхает и в этот момент тоже. Но то есть голова не отдыхает, а вот восстановление организма идет все равно. Вот эта вот отрава, которая там накопилась от слишком длительной нагрузки, она все-таки как-то вымывается. Ну и сколько вы спали на этой базе? Ну вот у меня на базах жизни, я посчитала, у меня где-то сутки. А спала ты сколько? А спала я часов 7-8 из них. Нет, это ненормально совершенно. За голку ты спала? Да, 7-8 часов за голку спала, а времени было потрачено. Это не считая того времени, которое вот на этих вот пунктах питания. А на ходу ты не спала? Ну, на ходу спала. Я спала. Я спала на ходу. Я свидетель. Вот свидетель меня как раз тогда провожал. И вообще... То есть был момент, когда вот короткий участок... с закрытыми глазами, я не знаю. И я просто посмотрел, что там пройти вместе с ней вот эти 30 там, с чем-то километров, а объезжать я там просто, во-первых, очень время неудобно подобрано, и во-вторых, там просто я реально быстрее пройду, чем объеду. Ну я и прошел просто рядом. А момент был такой забавный. Это тяжелого у него не было. Да, я наблюдал, как это все происходит. Человек идет и спит. То есть с закрытыми глазами, натурально. И при этом переставляет ноги по тропе. У него фонарь вам. Ну куда светит этот фонарь, непонятно, глаза закрыты. То есть я этого не помню вообще. И мест этих не помню. И подгоры, гор. Я время от времени пытался ее встряхнуть, она там что-то вроде встряхивалась, потом начинала нести какую-то ахинею, то есть у нее были галлюцинации совершенно очевидно. А меня так не было. Начинаешь к мультигонщику. Ты знаешь, что да, я про это от мультигонщиков слышала, но у меня такого никогда не было. Я на самом первом Red Fox'е пару раз отшали. Просто как-то в канаве. То есть вроде идешь, а потом в канаве. Нет, а здесь я шла, и даже когда я шла, там одна там этими палками распираешься, потому что просто шатает так, что падает. Но мне кажется, что вот эти вот все брюки, это тебе начинают сниться сны, тебе что-то снится. Ну да, да. Вот, и все. В общем, странно. Одна дама, которая была у вас, по-моему, второй, она написала отчет такой очень эмоциональный, канадка. О том, то есть это какая-то тема такая физиологическая в основном. Но начинать, переводить, я не знаю, как это переводить, мне бы тяжело было. Ну, на английском, к счастью, более-менее понятно. По поводу брюков она пишет очень много, и начинается рассказ с того, что она чуть не улетела в пропасть. Она очнулась, размахивая руками, палками, вращая, значит, когда она уже вот там куда-то собиралась на какую-то зеленую травку прилечь, а травка была там в 500 метрах внизу под ней. Вот. Или, может быть, это была не травка, а елочки, ну просто расстояние соответствующее. Ну, у вас-то были какие ощущения? Как вы там общались с людьми, которые лечат? Да, общались, конечно, общались. Мне было тяжело, потому что я попала в толпу, и вот мне приходилось, то они меня обгоняют, то я их обгоняю, а это тяжело просто на спуске делать. А потом, да, и база жизни забитая, то есть там деться некуда. А потом я попала в пустоту. То есть вот я иду, особенно было тяжело, как ни странно, на ровном месте. Потому что спуск, подъем, ну понятно, на подъеме терпишь, на спуске получаешь удовольствие, бежишь вниз. Вот. А ровные участки, это оказалось ужасно просто. Потому что идешь, монотонно идешь, или там подбегаешь, ну в общем что-то происходит, но это настолько монотонно, и вот в ночи просто начинаешь засыпать. Никого нет, а даже если есть какие-то отдельные личности, они, в общем, либо французы, либо итальянцы, то есть они либо по-французски, либо по-итальянски, в общем. По-английски не говорю. По-английски почти, во-первых, попадаются. Я не очень-то говорю, а во-вторых, то есть их английский на мой английский, это просто вообще атас. Вот. Я одному товарищу, когда я засыпал, у меня был последнюю ночь перед финишем уже, что-то я там не доспал. Надо было просто сразу убегать и не пытаться даже спать. А там было душно и на базе жизни, это было в самом низу. Еще что-то бубнили организаторы, весело там они что-то такое общались на улице, а окно было открыто, потому что было душно. То есть заснуть было невозможно. Вот. Но я провалялся, провел там 5 часов.
Зачем? Я не заснул, я пришел туда. Я пришел туда 8 часов вечера, и надо было сразу просто водить оттуда чертовать. То есть это должна быть договоренность вот с человеком, который участвует, и который... И вот, значит, ночь... Очень четкая договоренность. И ночью меня стал накрывать сон. Просто глаза вот так вот закрывают, и все, думаю, что такое? В смысле, после того, как ты вышел... Я вышел, иду бодрый, в смысле сил много. А глаза закрываются. Закрываются и все. Не то, что голова болит, а закрываются, не могу их открыть. Я заснул, а у них поилки, знаете, там вот... Печки тут у тебя были. Вот, там такие поилки, совершенно замечательные. Вот такой платочек, в который из кранчика льется вода. Он полностью водой налит, вода холодная, из кранчика можно пить, она чистая, горная вода, все хорошо. Это в виде каких-нибудь оленей сделано, какие-то деревянные бывают, бывают бетонные, и их просто там прут по этих поилок. Вот. Ну идешь, раз голову в поилку засунешь, ну вроде немножко помогает. Потом чувствую, уже я засовываю голову в поилку, и прямо там под водой, когда у меня там голова под водой, да, глаза закрываются, думаю, сейчас я там прямо засуну. Вот. Потом думаю, какой-то водопад, ну давай я здесь под водопадом помою еще, искупаюсь там в холодной воде. Ну немножко помогает. Потом все перестало помогать. Ну что делать? На лапку лег просто, полежал минут 10. Кот какой-то там ходит. Смотрю, участник проходит мимо. Я думаю, о, отлично. А я его перед этим обогнал. Давай-ка за ним пристроюсь, мы сейчас будем болтать, и, может быть, как-то оно отпустит. Ну, человек мог болтать. Вот. Тот говорил по-итальянски, он мне как раз рассказал, почему организаторы разругались, кто хороший, кто плохой, по версии там, одной из них, одной из сторон. И вот мы с ним шли так часов несколько, и, в общем, вроде как отпустило. Тем временем рассвело. Вот, ну, то есть общаться можно было. Другой раз мы какой-то попался мне по дороге грек, мы тоже рясы чесали, прозевали поворот. По-гречески? Нет, по-английски, к счастью. По-гречески я не... Да, кстати, там постепенно учишь итальянский. То есть это к концу шестых суток уже все понятно. Да. И прозевали поворот, прошли лишний, махнули по проселочной дороге километр, потом возвращались. То есть разметку можно вот так вот пропустить? Разметку запросто можно пропустить. А нет. Думаешь, что ты ее пропустил? Вот это не совсем так. Она вообще очень хорошая, подробная разметка, но если ты уже так ночь, да, и ты с человеком болтаешь, смотришь на него, смотришь куда-то там, и не увидел, что разметка свернула с дороги и ушла куда-то. Пожалуйста. То есть организаторы часто разметку ставят в сложных местах, по их мнению, в сложных. А она, как правило, на земле или нет? Ну, там флажочки такие, то есть вот такой высоты флажки. Может, сейчас будет, может, товарищ идет, там, не знаю, может, он не видит флажок. Мне вот их флажки больше понравились, чем наши. А вот поют, кстати. Эти флажки замечательно съедают коровы, причем съедают именно вот эту вот желтенькую часть. Вот, и видишь там эти беленькие палочки валяющиеся, ну, значит, это была разминка. Не знаю, почему они их так любят. А на ровных участках, там есть какая-то дорога проселочная или шоссе, разметка стоит очень редко. И вот идешь, вот так вот засыпаешь, и вот в какой-то момент времени просыпаешься и думаешь, а ты прошел уже эту разметку? То есть был флажок на поворот? Не, не запечатлевается в сознании. Совершенно не запечатлевается. То есть вот этот момент можно проспать, и дальше наступает паника. Потому что впереди никого нет, сзади никого нет. И думаешь, тебе надо бежать назад или идти до следующего флажка. До следующего флажка, может быть, там... 500. Ну, вообще-то можно взять с собой GPS, я просто. Ну, вот он брал GPS. Да. Конечно, не нужно даже. Там трек, записываешь трек, идешь, смотришь. Это лишние граммы, извините. Это лишние граммы, но это способно. А, кстати, GPS нам конкретно, вот не на их горке, а на нашей, на 4К, в обязательном порядке каждому выдавали здоровый такой GPS. Вот, которая бы вещала на спутник. Не приемник, а передача. Это действительно такая вот коробка большая. За вами следилось? Да. Ну, в реальном времени. За ними можно было следить в интернете. То есть на рюкзак. Это самое ценное дело. Он смотрел, где сани, чтобы я могла вовремя там к базе жизни подбегать или бежать его встречать. Вообще. Их там где-то перезаряжали, что-то они с них списывали, и они следили, что человек есть, что он идет куда надо, нигде не свалился там и все такое. То есть это, конечно, с точки зрения безопасности очень штука полезная. У них вот конкретно на туре информация о том, где находится человек, была, мягко говоря, совсем недостоверна. То есть точно было только известно последнее место, которое он прошел какое-то место. Время, которое прошло, известно точно. А дальше у них какая-то идет странная интерполяция, которая выдает полную чушь. То есть по поводу того, когда он придет в следующую точку. Вот информация о том, когда твой ожидаемый участник любимый придет на следующую базу, верить нельзя. Она совершенно ни о чем.
Отметка была какая-нибудь, чипы там или чипы? Чипы давали нам, да, чипы давали, но, по-моему, они не работали. Ну, у нас был житель. И, отметки были просто на ходу. Ты находишь на каждую... Писали, заносили в компьютер. Конечно, конечно. Это просто постоянно. А чипы у нас были вот на руках обычные, вот как вот эти трагедийные. Чипы, что, ну, не такие, как втыкать, а, видимо, бесконтактные, но что-то там у них не залазило. И что касается поворотов и разметки тропы, в целом она, конечно, очень хорошая, но многие ее ходы, они, ну, совершенно не очевидны бывают для непосвященного человека. То есть, ну, черт знает, куда она здесь вернет. Там бывают какие-то траверсы, ходишь ты там вот ночью особенно, ходишь где-то по горам, без особых перевалов, вверх, вниз, чуть-чуть так, вправо, влево, кажется, что ты на месте крутишься. Вот уже несколько часов, как какое-то непонятное петляние, кажется. Потом выясняется, что это было более-менее что-то разумное, когда на карту посмотришь. Вот. Но понять, куда ты должен в следующий момент свернуть, а тропинки-то ветвятся, они там разные есть. В общем, все равно надо быть такое. Всегда на чеку, а это... Да, а по поводу того, что с собой стоит иметь, хотя вот тебя кормят, стоит иметь, наверное, что-нибудь такое кофеинно-содержащее на всякий случай всегда. Это как... если можешь есть. Там гуаран или там кофе растворимый, у них может не быть кофе растворимого. Ну, вообще кофе может не быть где-то на какой-то очередной, там, на каком-то очередном пункте питания. На базе жизни обязательно будет. И кофе будет, и чай будет, и будет пиво, нет, и вино. Стоп, извините, насчет чая. Итальянцы не знают, что такое настоящий чай. У них чай — это такой гранулированный порошок, которые они растворяют, это кислая штука, которую пить там невозможно. А, называется чай с лимоном. Да, называется чай с лимоном, и когда просишь чай, дают вот эту гадость. То есть, это в общем работа. Ну как, что пили? В результате я купила пакетики и приносила, да, воду, пиво. Молоко. Да, вот, кстати, отлично. Ну, можно было в некоторых местах, можно было допросить. В некоторых местах оно было. Но было только на базах жизни, вот в таких местах. Не-не-не, у нас в одном месте... Ну, это повезло. В одном поселке я прихожу, там какие-то... Это очень помогает. Дают какие-то ребрышки жареные, то есть, ну, вообще так, все замечательно. Я спрашиваю, молоко-то у вас есть? А еще жарко. Они говорят, English. Хорошо, у нас тут мальчик есть, который насчет English. Приходит такой упитанный мальчик, действительно, ну, лет 12-13, он по-английски хорошо говорит, выясняется, что... мне нужно молоко, он куда-то уходит, потом говорит, за молоком вам надо вот туда пойти, там на рынке, значит, типа молоком торгуют. Ладно, это самое, не бери в голову, все ерунда. Он уходит, через некоторое время приходит с кружкой молока. Нашел все-таки. То есть молоко, как оказалось, здорово оттягивает. Вот такое впечатление, что просто организм отравлен, причем химическое такое отравление. Не то, что расстройство желудка, а именно химическое отравление. Ну вот ты сказал, да, вот у тебя было после того, что ты не поспал первый, да. На первый. Как у тебя это не прошло? Потому что не поспал. Ты молоко, или потому что ты на самом деле. Значит, как? Я рассчитывал, что я части дистанции, да, два этапа пройду сходу. К концу второго я доходил уже конкретно. И есть не мог, и шел мне. Под гору бежать не мог, потому что у меня внутренность... Не потому что у меня сил не было, потому что я бегу, у меня внутренности трясутся и болят, больно, просто неприятно. Вот. Приполз как-то более-менее вот этот курмайор, там меня Ирина встречает. Я думаю, что ну все уже, как бы можно сказать, что почти финиш, хотя это только третья дистанция. И я там провел часов, наверное, 8. А, то есть вот такой длительный отдых? Длительный, да. То есть я на первой базе провел мало, а на второй зато 8 часов. 8, наверное, не надо. Вот. Из них я 5 часов спал. То есть я вот вообще на базах жизни, как я посчитал, оставил 30 часов. То есть вот из 123 своих часов с лишними, там, 30 часов это было просто вот сидение. Причем сон из них это... Нет, сна было порядочно. Сна, наверное, было больше половины или около половины. Но хочется, приходишь, хочется же, конечно, поболтать там. На болтовню ушло много. Вот. И еще очень большая оказывается разница, в какой страте ты идешь. То есть если ты идешь ближе к головке, то есть вот у нас, например, 600 участников, да, я шел где-то в 70-м, вот так вот, финишировал, 50-й сначала, да. Финишировал 64-м, по-моему. Там народу мало, и они так редко появляются. То есть одновременно на базу приходит немного народа, и всего в достатке. И еды достаточно, и места достаточно, и обслуживающего персонала достаточно, всего достаточно. Вот. А когда ты идешь ближе к концу, а таких людей большинство, то там многого начинает не хватать. Места, персонала, того, сего, розеток там и прочее. Очереди там в душ могут быть, там
вплоть до такого. В одном месте какое-то было, у них что-то было ужасное, у них организовали на всю толпу, по-моему, всего два душа. Два. То ли два, то ли три души, причем это не то, что три таких, это совместные души были. То есть и на улице. Такие кабинки задергивающиеся. Да, вот что удивительно, странно. То, чего я больше всего боялся, что, ну понятно, что идешь по горам, там, километры, вверх, вниз, могут, от, ну, прежде всего, мозоли, да, на 350 километрах там можно ноги по уши стереть, наверное. Этого не произошло. Колени должны были отказать, но не отказали. Они должны были отказать мышцы, обязательно. А мышцы? Мышцы должны были забиться прямо сразу, на первом же подъеме, на первом перевале. И ничего. То есть это что-то такое вроде бы было там, но очень несущественно. Вот. Вот это все работало. Как ни странно, сердце, ну я на это не жал, как бы раньше не жаловался, Ирина боялась. Она вот Макс свидетель, значит, на игру себе пришлось сойти. Из-за. Да, там чуть не умерла, перевод. Вот. Из-за каких-то вот проблем непонятных. Да. И после этого идти гонку, в которой набор там 5-6 раз больше, а длина в 3 раза больше. Ну это. А она готовилась, как на смерть шла, точно. То есть, ну меня тут закопают, очевидно. Ну вот оказалось, что он из Москвы за мной приехал, потому что ну как-то вывозить-то надо. Ну, то есть, после Эльбруса, правда, было страшно. Но тем не менее, как-то вот оно. Организм втягивается. Он в какого-то момента решает, что хватит. И он подбирает еще темп сам. То есть я боялся, вот еще какая была штука, что после того, как я попал в эту яму, что мне было плохо там и есть нельзя было ничего и так далее. Я боялся больше дальше со скоростью перебирать. И шел медленнее, и больше отдыхал. Только предпоследний этап я, по-моему, решил опять бежать, так бодрость какая-то появилась, все нормально. И опять к концу, значит, стал чувствовать, что вот начинается. То есть пределом все-таки являются не мышцы, не мозоли, не сердце, а печень? Я не знаю, это печень или какой-то другой орган. Потому что мы наблюдали там людей, у которых ноги там были просто совершенно разодраны в ноль, там стерты колени, проблемы с коленями, то есть по-разному. Но вот у меня это прежде всего желудок, то есть у меня, как всегда, через 12 часов я уже пить есть не могла, из минорогенов на суточных, ну там можно потерпеть до финиша, то здесь я была в панике. 12 часов прошло, а еще впереди там 5,5 суток. Фактически два дня я, наверное, как-то терпела, вот, но там буквально, там, может быть, где-то водичку да, попить. Причем я уже знала про молоко, потому что это его ноу-хау. Вот. Потом я где-то нашла молоко, и мне помогло. Халяпин, кстати, тоже рекомендует. Ну, так может, Халяпин рекомендует Актимели. Ну, это молочный, смысл похож. Вот. Смысл не совсем похож, потому что кисломолочный усваивается в разы проще. Это сывороточный продукт, а сывороточный продукт усваивается в разы проще. Ну, такого актимели там не было. То есть, понимаешь, мы брали то, что было. Йогурты у них были, наверное. Йогурты были, но йогурты как-то не очень хорошо. Не шли. А вот молоко, то есть это так смягчает, то есть это можешь проглотить. Ну, в этом плане кефир, наверное, был бы, мне кажется. Ну, кефир, кстати, был, наверное. Я не хотел ничего кислого. У меня не было возможности, потому что его сначала не было 3 дня, поэтому то, что я могла раздобыть там, то я вот это... Бульон куриный очень здорово помогает. Вот я ему один раз сварила там вот джетбойли курицу. У них там два типа супа, либо... Вот их супы как-то... Нет, ничего. Один из них называется брода, это реально растворимый какой-то... Я думал, это мясной бульон. Мне кажется. Мясной бульон, но он сделан с порошка опять. Причем иногда это такой крепости, что очень... Ну, как разведут, что называется. Могут иногда развести очень вот в тему. А другая штука, это, как это называется, зеленый... Министра де Вердура, это этот самый... Ну, то же самое. Это овощной суп. Щи, одним словом. Добавляют рис, пустые щи, макароны и еще какие-то. Не постные, пустые. А по-моему туда. Макароны могут туда кинуть. Ну, скорее бульон кидают. Не, бульон макароны кидают. Макароны везде есть. В общем, это что-то овощное, видимо, вегетарианское такое вот. Ну да. Макароны, конечно, есть везде. Но макароны они любят обязательно туда что-нибудь помидорное такое вот положить. Это. Кажется, тут просто вообще гадость. Люди едят. Едят, да. Они говорят, что им плохо, но они едят. Там плохо становилось от вида этого дела, потому что тут кислое. Я специально просил макароны без помидор. Там, паста бьянка это называется, белые макароны. Вот они вполне такие. Их можно кушать. Там две макаронинки скушаешь,
и дальше пошел. То есть на самом деле его организм до конца не восстановился. Ну, через два дня нормализуется на самом деле. То есть как нормализуется? Ну, видимо, привыкает организм. Ну, адаптация, видимо, какая-то. Происходит адаптация какая-то. Ну, он видит, ну, что, у меня нет другого выхода. А еще пиво, оказывается, может пить. Желательно, правда, разводить водой. Так, про пиво подробнее. Впрочем, опять-таки, из опыта мультигонщиков давно, мне кажется, известно. Они тоже к Лепче, с Вованом, они пиво в каждую закладку себе закладывают. Да. Ну, тогда еще закладывают. Мне показалось, что у меня на печи нет вот здесь. Гидратор залил пивка пополам с водой, или может даже в три раза развел. Я как-то один раз перебрал с крепостью, то есть явно там, ну, начало в сон клонить. Особенно к ночи лучше, это не таких... Так, может, перед тем, как лечь спать, перелить? Нет, переспать там можно, наверное, да, не знаю, не пробовал. Ну, там красненькое вино. Там красненькое, у них было красненькое, у нас, например, не было красненького. Один раз от сна здорово кофе помог. Вот я просто запихнул в себя вот усилием, не хотелось, гады же, тем более, когда тошнит, выпил. Сидел на стол, там, в каком-то коровнике было так. Пункт питания. Коровник там, ну, вонючий, понятно, коровник. Вот. Они говорят, вы лучше идите туда, там, внутрь, там теплее. Спасибо. Там я совсем заснул. Здесь вот на улице посижу, так просто голову положил, посидел минут пять, кружечку другую кофейка выпил, пошел, вроде ничего. Вот. Не знаю, что еще сказать. По вашему рассказу складывается впечатление, что главное это вот что поесть. А вот как бежать? Да, Мария, вот главное мне вот просто что человек поесть. Придет и скажет, у меня железный желудок, а он там не умрет на пятом километре? Умрет, подъема. На пятом нет, а пятый километр набора в смысле? Ну да. А, конечно, умрет. То есть, ну, вы расскажите, как вы тренировались, как у вас высота, сколько вы в день? 50 километров, набор 5 километров, да? Да, примерно, получается, да. И это, вот, как, что у вы чувствовали? У нас был замечательный Саша Тонис, который организовал поход по Пиренеям. А, сколько у нас, 10 дней было? Не, 8 дней. Ну, 8 дней, да. И вот, собственно говоря, это была такая главная тренировка и акклиматизация, потому что был сначала этот поход, там 160 километров, 11 километров набора, рюкзаки у нас были достаточно легкие. Достаточно легкие сколько килограмм? Значит, у нас было с собой, у народа там килограммов 13 было, по-моему, у нас было с собой все для Рогейна, потому что мы на чемпионат Европы еще перед этим ездили, и, собственно говоря, в Италию все вот эти вот вещи, которые... Ну там много снаряжений, то есть у нас где-то 17-18 было. Ну это уже прилично. Ну да, то есть уже как-то, ну за счет этого... Ну, мне явно помогло, то, что вот и рюкзак был потяжелее. А главное, что мы шли в этом походе и думали, вот замечательно, мы здесь идем, у нас 20-25 километров в день, полтора километра набора. А там, куда мы собираемся потом, будет в три раза больше расстояния и в три раза больше набора высоты. Как мы это будем делать? Ой, лучше не думать. Ну и будет и будет. На самом деле, это вот хорошая такая подготовка была, и мне кажется, с не совсем легким рюкзаком ходить это даже полезно для коленей, потому что у меня вот были проблемы с коленями, и голеностоп у меня подвернутый был, я еще из-за этого тоже боялась. У меня там вот в Испании в походе начало все постепенно проходить, то есть вот когда и вот этот вот суставы адаптироваться к нагрузке начали. Вот, ну это было достаточно плавно, потому что все-таки поход, хочешь посидел, там хочешь отдохнул, в общем все это было довольно-таки щадяще. И на самой гонке у меня ко второму дню у меня голеностоп совсем прошел, и колени у меня тоже совсем. У нее подготовка была еще как? Она ведь вот этот поход по Пиренеям, потом Рогейн, он был короткий. Потом мы переехали еще три дня, там где-то погуляли вот в Италии перед моей гонкой, а потом она же встречала меня, ходила постоянно. И смотрела, уже так набралась. То есть я иду после, там, допустим, двух дней. Крейсерская скорость набора высоты 600 метров в час. Ну, это вот, ну, как бы у меня она такая. И я смотрю, Ирина идет с такой же скоростью, явно, ну, когда меня провожает от базы жизни, я ухожу как бы куда-то на очередной этап, она меня провожает, потом возвращается. И смотрю, она идет с той же скоростью набора высоты, и ничего, и гус не дует, и видимо, ей кажется, что я иду медленно. То есть на самом деле подготовка так продолжалась, все продолжалось.
Просто надо это делать постепенно, не так не рвать. Ну, конечно, надо бегать в Москве, и, конечно, надо стараться там где-то на Воробьевых горах бегать вот, в течение года. Вот. Любимый Карповский круг. Любимый Карповский круг? Да, Карповский круг. Ну, как вы знаете, Коля, вот как вы бегали, да тогда это было замечательно. Ну, вот какая надо, вот надо. У тебя тренировка беговая? Вот не было у меня тренировки, и результат, вот что я чуть не померла на Эльбрусе. А Эльбрус, кстати, был тоже тренировкой. Да. Мы же поехали сначала на Кавказ, да? Там перед Эльбрусом несколько дней мы ходили просто так, акклиматизировались туда-сюда. Нет, ну это нормально, да, походили. Это было в конце июля. Мы прилично походили, да. Потом сам этот Эльбрус 100 километров. Потом приезжаю в Москву, меньше двух недель, две недели отдыхаем. Потом едем в Пиренеи, там 160 километров, 11 километров набора. Рогейн, по горам. Рогейн, 100 километров набора тоже? Набора там километра 3, наверное, было, я думаю. Я не считал. У нас порядка 4. 4? Ну, может и 4. Но там очень местность тяжелая, там быстро двигаться было просто нереально вообще. То есть я не знаю, какой это был тренировочный эффект. В плане печени он был скорее убийственный, потому что там мне стало плохо через 4 часа. Потому что было жарко и без воды. А ребята, вот они просто вообще по жизни как бы страдают этим делом. Ира и Саша Халепи, значит, у них это постоянно. Ну, вот они дошли до своего любимого состояния. Очень хорошая тренировка, вот я хочу всем порекомендовать. На майские праздники, это вот забег на Эльбрус, Red Fox организует. Вот это отличная тренировка на весь сезон. Вот мы в этом году пропустили, а так мы сколько, 3 года подряд ездили. Да, да, хорошая штука. То есть вот, вот походишь там вот на майские праздники, и все лето, в общем, это вот совершенно другой человек. Вот. Так что езжайте на Эльбрус на майские, не пожалеете. Но это на неделю. Это на неделю, чуть да. Больше. Но лучше, конечно, больше, если есть возможность заехать пораньше. Вот. Ну, как-то это слабо получается. За сколько ты забегаешь на Эльбрус? Там откуда даже начинается страх? Я с бочек, только. 4, он сказал. 4,5 что ли, где-то так? На, нет, больше. Нет, нет, около 4,5 часов с бочек. Это с 3700 на 5600. Я ходил с Азау с 2300 на 5600. Это 3 с лишним километра, да? У меня что-то 6,5 получилось часов. Ну там тоже контрольное время, там надо вписываться. Но все равно, даже если вы просто вот походите, устроите себе такие сборы. Там надо обязательно дойти хотя бы до седла при акклиматизации. Да, вот я в этом году ездил, я дошел 4700 максимум, у меня времени не хватило. И когда на самой гонке, меня значит, вот после 4700 накрыло, и все. Вот ну, я иду, да, иду, не то, что накрыло, все хорошо, но силы еще. Это отдельная песня. Докуда ходишь? То есть вот в этих, вот, на этих мероприятиях, конечно, таких высот нет. Это Среднегорье, в общем-то. Вот эта гонка. Ну, конечно, конечно. Ну, 3000 перевалов. 3300, один такой перевал, 3300, все остальные не больше 3. Ну, я не знаю, я его не почувствовал. Мне кажется, может быть, Саня просто слишком быстро шел. Не-не-не, ну как, я что значит почувствовал? Нет, я чувствовал высоту потом, я чувствовал высоту уже на более низких перевалах. Я чувствовал, что я набираю высоту, иду вот внизу. Одинаковая тропа, внизу, наверху. Казалось бы, уже акклиматизация вообще выше крыши, куда уже дальше. Тем не менее, вот я иду нижний, там, допустим, нижний километр набора, я иду нормально, а верхний набор, километр набора идется, там, может, даже не километр, а верхний там метр 500, идутся гораздо тяжелее. Спасало то, что когда ты видишь фонарики участников, вот я как бы, ну, чувствую, я знаю, что я в гору хожу неплохо, в общем. То есть по равнине просто очень плохо, а в гору неплохо, я нагоняю людей. Вот я вижу фонарики и прям начинаю за них цепляться, это спасает. Уже дышишь там, как паровоз. Там палочками работаешь. Кстати, между прочим, лыжи очень здорово спасают. Я имею в виду, что лыжная подготовка, если человек на лыжах катается, то с палками ему ходить пешком здорово лучше. И он выигрывает у тех, кто этого не делает. Ну, не знаю, может, руки там как-то, черт его разберет. В общем, это помогает. В гору точно помогает. Да и не знаю. Вот хотел спросить, там ролики были, палки с изогнутой. Ой, это какая-то супер штука. Это же смотрели на это дело. Это палки для скандинавской ходьбы.
Нет, это какие-то новомодные палки. Новомодные палки для скандинавской ходьбы. Когда вот с этими палками в Москве как раз. Да, да. Там тетка была взрослая, шоу-круга. Она выиграла, женщина. Он как раз вот с такими палками. Прошла, я не помню за сколько. Ну, то есть меня она обогнала там вообще как стоящая. Собственно говоря, с такими же изогнутыми палками катаются лыжники. Да, сборных лыжей. Вообще слава. Нет. В другую сторону. Нет, лыжи. Беговики, лыжники топовые, катаются с такими же палками. Они, да, видимо, амортизационный момент еще дают. Ну, не знаю. Ну, вот лидеры же есть такими палками, да. Они как-то странно, что они не складные. Они не складные, они не чувствуют. И они как-то лучше такой. Там тетива тема такая. Да, какая там прямая? Во-первых, они не хлебят. То есть, вот, например, вот эта палка, вот эта вот, она весит 240 грамм. Вот, это вообще тяжело, честно говоря. Но хочется, чтобы она не сломалась, потому что ты же бежишь, вот я... Да, на шарбоновой палке там ломал. На ночь, да. Вася Боков, по-моему, сломал, Володя Боков. То есть на спуск хочется, чтобы палка была хорошей, прочной. Я ее делаю длинной и просто опираюсь там ступеньки на метр ниже, ноги могут быть легко. Это же колени спасает. То есть без палки, я не знаю, я помню, какой-то парень бежит, на предпоследнем этапе, я быстро довольно спускаюсь, а он бежит мимо меня без этого самого, без палок. Я за ним уцепился и начинаю типа лясы точить, что типа, ну как, у тебя колени титановые, что ли, что ты делаешь, зачем это? Ну, на технически сложных участках я их достаю, говорит, и все такое. А это какой участок? А что такое технически сложный? То есть мы бежим, какие-то ступеньки, какие-то корни, какая-то ерунда, вот такая вот. Это не сложный для него участок. И несется прямо. Обратите внимание, что была удобная ручка, мягкая, потому что продаются палки с жесткой пластиковой ручкой, да. И останется без рук, чтобы темляк был удобный. Я смотрел, вот этот вот темляк, думаю, что за какая-то тряпка, не понятно. Темляк руки стер. Эту палку дочка нашла потом на Камчатке. Вот я смотрел на темляк, думаю, нет, я такую не куплю, это не темляк. Вот это темляк, вот это такой темляк прям. Вот. И я в него все руки стер. А вот это вот. Мягкая такая замечательная штучка оказалась. Я пошла на последний этап с его палками, потому что у меня наконечник отломился вообще. Я тоже руки стерла за один. Я шел в перчатках большую часть времени. Кстати, там народ ходит в шортах. Но они какие-то вот они любят, видимо, у них так принято. Но шорты это вещь. А? Гетро, я смотрю. Да. Значит, но шорты это вещь коварная, потому что колени открыты, колени не любят холода. Это раз. Даже мышцы тоже не любят. Разобьете колени, именно их греть надо. Вот. Мышцы тоже не любят холода. То есть человек идет в шортах, ночью, говорит, на последнем этапе, а у меня, говорит, все мышцы забились. У тебя нету этой заклеить, ты вот эту. Но я ему заклеил, говорю, может тебе соли дать? А что с солью? Нет, про штаны, ну, штаны ладно уже, что там. Вот. А соли выпил, то есть я не знаю, то ли он заклеил, то ли... То есть и мы то, и то сделали. Он соли выпил, вот это, которое я показывал штуку. Вот. И полегчало. Вот. От коленей... Ну, кетонал, я всем рекомендую. Ты пил часто кетонал? Я пил не часто, у меня они почти не болели. Я, наверное, две ампулы выпил за все время. И заклеил один раз, думаю, что-то начинает попаливать, дай-ка я заклею. Пошел к этим, которые тейпируют. Они меня затейпировали, я посмотрел, как это они халявно делают. Понял, что это, в общем, элементарное дело. Так же я точно могу сделать без них. И в очереди не надо сидеть. Там какая-то очередь, типа, что-то не на руке записываются. Там. Какой-то в очереди на массаж. Ну, неинтересно ждать. Вот, заклеил так же, и, в общем, ну, оно рассосалось. А потом вот на последнем этапе, я помню, что мы так получилось, что мы друг друга раскрутили. Мы финишировали с Воздвиженским практически вместе. Мы 20 километров последние, ну, бежали практически. В перевал. Ну да, бежали. И обгоняя народ, что-то у нас вступило такое, что вот надо. И какой-то парень нас спрашивает, испанец, что-то он как-то плетется. Странно человека обгонять, когда уже прошло 300 там, с лишним километров. Спрашивает, нет ли у нас чего-нибудь обезболивающего. Паша мне спрашивает, а у нас что-нибудь есть? Я говорю, ну да, есть. Достал, у меня, по-моему, последняя ампула кетонала была. Вот. Он съел, и потом, уже после финиша, где-то мы там тусили в поселке, он специально подходил и говорил, что вот, оказывается, вещь. Ну, кетонал это не только обезболивающее, это и противовоспалительное. Вот. То есть это не надо думать, что съел кетонал выключил голову, и выключил голову, что ты нагружаешь ногу, больной сустав и его калечишь. То есть нам вот посоветовал спортивный врач.
И крем хорошо помогает. Как бы врачи говорят, что крем это... что бёртовому прикладке. Можно еще лишь подорожник. Если помогает, то это замечательно. Мне, например, помогает утепление колена. Я на последний день даже одела и штаны теплые, и наколенники сверху неопреновые одела. Даже не потому, что у меня колени болели, а чтобы потеплить, потому что у нас было очень плохо. У них было, вот на самом деле, их последний... Когда началась, я вообще боялась. Их последний этап был, честно говоря, я внизу сидел, но потом пошел встречать Илью Тоши. Пришел Вася Бог и говорит, что надо встречать за перевал. То есть дальше за перевал зайти. Я думаю, черт возьми, я немножко иду туда. Потому что говорит, просто там нехорошо. То есть вот эта пурга, там лед какой-то, кошки, и, в общем, люди уже уставшие. Вот у них последний этап был такой. С погодой не повезло. Что ты чувствовал в эту пургу? Если чувствовал, прекрасно. Я чувствовала, что вот он мой час настал. На самом деле, это первая пурга была на предыдущем этапе, где там действительно накрыло, потому что было все хорошо, даже показали Маттерхорн на перевале. Перед этим все было затянуто дождем, а тут вот такая лунная ночь, Маттерхорн, прекрасно, все замечательно. Спускаемся с перевала, проходит полчаса. Как раз вот там не база жизни, а какая-то палаточка, пункт питания. Я туда захожу просто попить, и тут, значит, порывы ветра, все мгновенно. Град горизонтально летит, то есть я просто успела на себя надеть все, что было, и скорее из этой палаточки, потому что организаторы там уже по рациям переговариваются, я боялась, что сейчас остановят гонку, и всех, кто... не успел выйти, сейчас затормозят. То есть я скорее... То есть у человека мысль не о том, как спастись, Но на самом деле выглядит это вообще плохо выглядит. Потому что разметки не видно, ничего не видно. Вот куда идти не очень понятно. То есть потом уже разбираешься. Как раз вот этот вот склон, который вот такой достаточно крутой. И тебя порывами ветра с этого склона сбивает. Зато, наверное, сбудила погода. Мне стало хорошо, потому что мне было плохо, когда вот нудные такие участки, вот ровные, просто сил никаких терпеть нет. Особенно если там какая-то грунтовка или шоссе вообще. У нас ничего похожего. А вот это уже нет. Хорошо, когда надо что-то делать, вот уже становится хорошо. Дождь был, но было градусов, может 7 тепла, вот так, в самом холодном месте. А у них вот до 6 морозов доходило. Разница в одну неделю всего-навсего. Черт его знает, это же погода, он не предсказуем. Я не помню. Говорили, что у вас было минус 6. Я тебе поэтому понес пуховку туда. Она была лишняя, как оказалось. Да. Вот эта вот пурга уже на последнем этапе, там уже все было засыпано, когда мы через Малатру шли. То есть там уже была погода получше, там уже все, такое представление-то кончилось. Просто снег было много довольно-таки, да. Она до того акклиматизировалась во время этой гонки, что последние те же самые 20, там, может, чуть не 20, поменьше километров, тоже бежала бегом. С перевала. Уже вниз, когда просто пошел последний такой финальный спуск. Там опять же, во-первых, спуск весело. Во-вторых, финиш. А когда тебя еще подбадривают, и все вообще участники. Ты рассказывал, как подбадривают-то? Не рассказывал, это самое главное. Да, как подбадривают, да, я говорил, слова-то говорил. Мы выяснили, что браво, да, браво это молодец, браво, если это мужского рода, да, бывает браво это молодца, соответственно, женское, да, брани это молодцы, и брависсимо это очень большой молодец, совсем молодец, и так далее. То есть вот это они все кричат, потом по-итальянски они кричат давай, давай, что звучит как дай и дай, в общем, язык-то родной, может быть, да. Потом давай сильнее там и прочее, прочее, ей кричали, что она там гигантка, кто-то еще не помнит. Еще слова произносили, какие-то там комплименты, когда через населенные пункты пробегаешь. Отношения вообще потрясающие. Звенят эти коровьи колокольчики. То есть до слез растрогало. И вообще к русским относятся просто великолепно. То есть узнаешь, что ты из России. Из России! Все замечательно. Нас там мало было, конечно. В основном это местные, французы. А кто еще? Очень много японцев, китайцев.
как ни странно. Я что-то не очень различаю между собой. Но были, да, было порядочно. Ну а там как по возрастным категориям было отделение или да. Все вместе? Ну, зачет, да, зачет по возрастным категориям. У нас как-то я что-то не смотрел. Помню, кстати, по поводу возрастных категорий. Нам сказал Паша Чернов, который там был у них вот на туре. Ему сколько ему? Под 30 нет, да? Наверное. Угу. Он сказал, что он был удивлен составом участников. Средний возраст участника лет 40 или за 40. У нас вторым пришел вот на нашей гонке мужик местный, тамошний, Бруно, как-то его так, у него такое имя, фамилия одинаковая почти. Ему за 50. Ребят, можно я на этом месте ремарочку буду сделать? Да. Прям вот минут на 5. Давай. Просто вот... Про возраст? Во-первых, про возраст. Во-вторых, вот вы тут рассказываете про то, что значит, как там, подготовка, да, все. Подготовка, значит, она в чем? Во-первых, эти люди, да, они... Сколько? Лет 10 уже, наверное. Ну, не 10, но 9. Ну, 8. Участвуют в приключенческих гонках, в длинных, да, то есть те же 300, там, 400 километров, они проходят разными средствами передвижения, пускай, но все равно без мотора, поэтому, как бы, для них это не сказать, чтобы прям в норме. Это первый момент, да, то есть тренировочный объем у них, извините меня. Во-вторых, по поводу возраста, есть две замечательные книжки. Вот я просто последние 3 года проводил исследования на хомячках, в том числе вот на Ирине. Вот, писал дипломную работу на тему приключенческих гонок как раз. Есть две замечательные книжки. Во-первых, это «Бег с Артуром Лидердом». Это человек, который просто вот придумал, что такое бег трусцой, да, и который тренировал марафонцев там еще 30-40 лет назад. И там как раз все это прописано, что, во-первых, марафонские кондиции это от 40, 37 до от 40 там, лет и плюс, потому что набирается вот этот беговой опыт, беговой, вот все вот эти вот тактические какие-то моменты, да, вот. И во-вторых, если вы, да, там постоянно тренируетесь где-то в холмах, в горах, да, то у вас результаты будут лучше в горах. А если вы тренируетесь на равнине, то в горах вы себя покажете очень плохо, потому что в мышцах есть молчащие сектора, которые не работают на равнине. Вот. Книжка довольно толстая, довольно трудная, но там прям четко, там последние 100 страниц, это четко расписанные схемы тренировок к марафонам для человека, который просто с нуля решил пробежать марафон, и там дана программа, как за полгода подготовиться к марафону. Вот. Значит, и вторая книжка – это «Библия триатлета». Там тоже взят за основу среднестатистический работающий человек, которому просто стрельнуло в голову: «Я хочу пробежать Ironman». Ironman, наверное, все знают, что такое, да? То есть это там сколько? 200 велосипеда, 42 марафона и 4 плавания. Вот. Соответственно, там четко расписано, как вот среднестатистическому человеку это преодолеть. Вот. И последний момент, то, о чем говорили, собственно, в начале, да, то, на что они обращают внимание, потому что на подготовку они внимания уже не обращают на свою, они просто живут этим. У них должен быть такой стиль жизни, понимаете, тренировки – это неотъемлемая часть вашей жизни. Вы каждое соревнование воспринимаете как тренировку, там, каждое все. Вот. Но они говорили много о тактике. Я вот как раз в своем исследовании пришел к тому моменту, что тактика решает 90% успеха. То есть новичок и не очень новичок. То есть понятно, что мастер, который бегает там уже не первый десяток лет, который ходит не первый десяток лет там, он знает все четко от и до, где ему подтренировать, где ему чего, где ему что. Человек, который вот в обычной жизни просто занимается этим как видом активности, да, у него тактика играет, вот я говорю, до 90% в принципе успеха это тактика. То есть даже новичок, пришедший в спорт, не в спорт, в любительскую активность, в любую, если он уделил внимание тактике, он вообще не подготовлен, больше вероятность, что он дойдет до финиша. Вот в таком технически, физически сложном мероприятии, да,
чем тот, который просто готовился и тактике не уделял вообще внимания. Вот. Или уделял там одну четверть внимания тактике. Причем тактика, да, есть тактика, есть стратегия. Стратегия это то, что вот, да, когда вы получили карту Рогейна, да, и то, что вы сидите и планируете, вымеряете курвиметром, то, что вы тренировались, это все тоже стратегия. А есть тактика принятия решений на... Ну, в принципе, здесь уже ближе вот именно к военным этим темам, да, принятие решений в глобальном масштабе, принятие решений по ситуации. Вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Очень выслушали. Классно. Меня это, кстати, навело на одну существенную мысль. Интересную, что на самом деле, ну вот мы туда шли, мы же не знали... Что это будет? Вот такая длина, хоть Коля говорит, что такие объемы нам знакомы, ничего подобного нам знакомо не было. На велосипеде 200 км проехать совершенно не то же самое, что пройти 200 км пешком, да? Скорость отличается. Ну я условно. Тем не менее. И вот интересная вещь, что если ты знаешь, не то что знаешь, ты видишь, что какой-то человек тебя там, скажем, на марафоне обгоняет там в два раза. Это ничего не говорит о том, что будет на 300 километрах. Если человек тебя обгоняет на 150 километрах очень сильно, это ничего не говорит о том, умрет он на 200 километрах или 250 или не умрет. То есть это надо попробовать все. Заранее не очевидно. Вот мы просто сравнивали со своими же, как сказать, не соперниками, а наоборот, с нашими же ребятами. Вот. Совсем было непонятно, что будет в конце дистанции. То есть потому, как люди идут в начале, ничего нельзя сказать о том, кто куда, когда дойдет. А в начале это имеется в виду первые 100 километров. То есть ну, это совсем не маленькая дистанция, казалось бы. Да, и, кстати, вот туда же. Вот мне казалось после гонки, что у меня осталось вообще куча сил, я могла бы там... Еще времени сэкономить, то есть еще такую же дистанцию пройти, то есть вообще свежая и бодрая была. Но если бы я бы, например, шла быстрее бы и меньше времени провела на базах жизни, тоже непонятно, что бы со мной было. То есть это вот. Ну я про это, большой. Это все опыт. Мне единственное, что кажется, что если человек много отдыхает, вот мы сравниваем две ситуации. Люди пришли на финиш одинаково, но один из них много отдыхал. И быстро шел, а другой мало отдыхал и почти вообще не отдыхал и шел медленно, да? Mm-hmm. Вот в чем преимущество того, кто много отдыхал? Он не видел, как его обгоняют, он спал это время. Он все время всех обгонял, пока он был в сознании. Он все время был бодрый, полон сил. А тот другой, значит, тащился и все время мимо него проносились вот эти вот, значит, он пронесется и ляжет спать, пронесется и ляжет спать. Но все время мимо тебя проходит кто-то вперед, а ты мучаешься непрерывно, и тебе постоянно плохо, тебе 150 часов плохо. Ну или там 120, не знаю, кто сколько идет. То есть вот здесь надо подумать и проанализировать. Я просто видел, что вот люди, с которыми мы пришли одновременно. Вот. Это то же самое, что говорил, то есть тактика Воздвиженского. Он с самого начала нам вот ее пропагандировал, что вот я хочу быстро ходить, бегать фактически, но и много отдыхать. То есть получается это как бы такая, как это называется, многодневка фактически. Ну такая она специфическая, потому что там день переходит в ночь, ночь переходит в день. Вот. Я пытался даже планировать, мне Ирина подсказывала, что давай ты вот здесь вот выйдешь вот так, чтобы перевести ночь в день наконец. То есть завязать эти выходы из базы жизни в 9 часов вечера или там в час ночи. И, наконец, выходить оттуда там, в 4 часа утра или что-нибудь в таком духе. Потому что все-таки днем ходить легче. Вот это, кстати, очень важно, вот спланировать как-то, постараться. Это вопрос о тактике. Перевести вот, все-таки, чтобы ходить. Это такая, ну это такая тактика, я даже не знаю, это такая стратегическая тактика, а тактическая тактика это, например, я много времени занимался тем, что просто думал, с какой скоростью я дышу, как у меня скорость дыхания соответствует, значит, передвижению ногами и руками. Вот. И это занимало голову на протяжении, там, я не знаю, 2/3 времени. Кошмар. То есть как вот я буду вот так дышать или я буду вот так дышать в подъем? Как я буду толкаться двумя руками или я буду толкаться, значит, попеременно?
Это вот он мне эту тактику пытался навязать. Когда я начинала думать, как я дышу, я вообще не могла дышать. Я забыла, как это делать. Да, это же... Это ужасно. Это просто ужасно. В этом думать, наверное, это ни в коем случае. В этом надо думать на тренировке. Да. Не знаю. Может быть. Надо. Вот мы тогда, когда бегали этот карповский круг, мы как раз это дыхание отрабатывали. В принципе, я об этом говорил. И вот, ну, вот Макс, я знаю, сейчас бегает. Он как раз надышался сейчас. А, да, но я почему хочу напомнить об одной мелкой детали, потому что я знаю, что люди на это накалываются, даже опытные. Не надо там использовать неразношенную область. Это, казалось бы, очевидная абсолютно вещь, да? Тем не менее, так люди делают. Ну, иногда проходит. Вот я как раз надела кроссовки там первый раз, вот в Соуконе. Ну, вот. И это у меня все прокатило, и мне понравилось. Да, ну, как была статья на X-Race же замечательная от Марии Пляшечко про то, что надо брать любимую пару кроссовок Соломон и еще пару любимых кроссовок Соломон на два размера больше. Да, как раз на два размера больше. Это Коля очень правильно сказал. У вас в сумке должны быть лежать кроссовки на два размера больше. Какие разные должны лежать, это верно. Их там должен быть запас довольно большой. Чтобы еще думать, а что бы мне там не только поесть, но что бы мне еще там надеть такое? Да, бежать или там идти, тащиться где-то там ночью и думать, а вот у меня вот там вот лежит любимая пара кроссовок, мне осталось до них всего 60 км, я сейчас отойду, и там будет мне счастье. Вот у меня вопрос основной, как можно вынести столько без сна? Вот это мне непонятно. Плохо. Это к лидерам вопрос, которые действительно вот не спят и пробегают за 72 часа. Это что за эти самые, как их? Нет, ну 72 часа можно не спать. 72 часа можно не спать, это нормально. Киборги какие-то, не люди. Ну, наверное, конечно, это всякие гуараны и там подобные какие-то содержащие штуки. Это наверняка просто есть. Или что-нибудь еще такое. Ну, это просто, конечно, вот. Ну, мы этого практически не использовали, потому что мы просто это то ли забыли в Москве взять, Я просто не могу. Ну, мне неплохо, мне хорошо, но у меня она была одна, но на 300 километрах или две. Это вообще не серьезно, это ни о чем там. Ну, она была, ну что. Ну, одну ночь там. Ну, я просто не могу, меня и так тошнит, а это такая кислая штука. Ну, тут мысль простая по поводу лидеров, что, как учит Акак Небекайзе, летать быстро легче, чем летать медленно. Вот если они бегут так быстро, что они проходят за 72 часа, то... То есть 72 часа можно не спать, потому что вот на мультигонках как раз вот эти 72 часа... Ну, вот на Фокс, да. Вполне. Ну, нам удавалось, кстати, уже... 72 не спать ни разу. Мы все равно заваливались. Ну, мы заваливались там. После двух суток мы заваливались спать. Все равно мы рубили. Это, наверное, еще зависит. Рубит, да. Как вы провели? Как ты хочешь или нет, тебе просто вырубит и все. Что? Наверное, еще зависит от того, как вы провели время перед гонкой. Если у вас была суета, вы да, не спали. Да, если это как всегда, это еще... Не, у нас суеты особенно не было. Мы жили там, знаете, что там хорошо? Там много кемпингов. Они дешевые достаточно. Это, ну, как дешевые? По нашим меркам не очень, но это порядка 10 евро человека за ночь. Если двое, то это легче, потому что там берут отдельно за человека, отдельно за палатку. Соответственно, за палатку они берут заодно. Этих кемпингов много кругом. И чем вот у нас, например, было лучше на гонке, что кемпинг находился вблизи от старта, в 3 км, практически без перепада высоты по хорошей дороге. Там можно было гулять туда-сюда просто так вот, свободно. У них такой возможности не было. Курмайор — это все-таки достаточно большой поселок, и ближайший кемпинг был в 6 км. Вот. И до него, ну, 6 км перед стартом как-то совсем не это. Мне Вася помог найти номер какой-то за 40 евро, там примерно. Это я к тому, что мы жили в палаточке, отдыхали, в общем, на природе. Ну, ты отдыхала, а я тоже не спала, когда я тебя сопровождала. Когда ты меня сопровождала, да. У меня подготовка была, в смысле сна, не очень. Ну, в смысле сна, да. Смысле вот. А вообще, надо, наверное, не знаю, как этому научиться, как подготовиться, но там же есть возможность спать понемногу. Но вот надо вот это вот время отдыха, я уже говорила про это, максимально использовать для сна, чтобы она не уходила вот сквозь пальцы. А вы именно спали. Вот ну, у меня была такая штука, что я просто знал уже, как бы был такой опыт, что если 5-10 минут просто даже не спать, а посидеть, полежать с закрытыми глазами, прислонить куда-то голову,
то это здорово помогает. Да, это помогает. Перезагрузка такая происходит. Вот. Это есть, не обязательно даже не на базе жизни делать, хотя это запрещено правилами, но на самом деле можно и где-нибудь под кустом, если хорошая погода, как на 4К у нас не было, либо на каких-то там пунктах питания, то есть там привалиться можно. Вот. То есть это помогает. Вот. А еще, кстати, важный момент, вот все вот эти вот преодоления, это у нас от головы очень много зависит. Как вот на ММБ некоторые считают, о, пройти ММБ, это какой кошмар, это вообще невозможно, все взять и пройти. А на самом деле эти люди просто не знают, что это вполне нормально, вполне реально. Просто вот пойдешь, пройдешь, все возьмешь. Скучно. ММБ это скучно. Не надо. Каждому свое. Динамика. Идти по грязи все время. Грязь, да. Вот здесь чего хорошо, тут грязи нет. Это верно. Ну подожди, я не договорю. Так вот я хочу сказать, вот у нас в последнее время не возникает вопрос, что мы не пройдем ММБ. Потому что мы знаем, что это нормально, это вот все. Но по-другому не может быть. Даже если там у меня какие-то травмы с ногами были, все равно проходишь, берешь все, в общем. И здесь то же самое. Важно знать, что ты это можешь. А если начинаются сомнения, вот это как раз такой момент, который может провоцировать неудачу. А вот уверенность в себе – это, наоборот, хорошо. А вот тогда вопрос перед Эльбрусом. Были сомнения? Нет. Мам. Нет? Нет. Я думаю, что Саня меня на Азау просто загнал. Вот если бы он меня бы не загнал бы на Азау, я бы шла бы... Ну, у вас здесь это вечная болезнь, вы не можете синхронизироваться друг с другом. Мы-то, да, у нас в этот раз нам ужасно, я считаю, что это было просто большое везение, что мы зарегистрировались именно там. Потому что мы друг другу, во-первых, помогали, во-вторых, мы не мешали друг другу идти в том темпе, в котором хочется. И понятно, что мне хочется идти быстрее, обычно, в нормальной жизни, чем Ирина. Но сначала, да. Когда она шла, а я ее сопровождал, мне уже не хотелось идти быстрее нее. Уже все было хорошо, я уже прошел свою дистанцию. Да и вообще устал. Да и вообще ничего было лезть в мою. Да. Ну и слава богу, как говорится, что идет человек с такой скоростью, с которой идет, ну и хорошо. А кроссовки-то меняли в итоге? Я менял. Да, менял. Я большую часть шел в таких ровных кроссовках. Ну, по-моему, чуть-чуть они по-другому назывались, другого цвета были, но модель та же самая. Это я, наверное, прошел процентов... кроме одного этапа. Один этап я прошел в травмах. Вот. Менял. Но это с чем? Чем связано или просто... Связано было с тем, что у меня начали натираться между пальчиками маленькими мозольчики такие небольшие. И я решил, что надо ноги подлечить. В травуках я знаю, что у меня ноги заживают. Вот был эксперимент перед этим. То есть все это было отработано в Пиренеях. То есть я тоже шел в тех же кроссовках. Была такая же проблема. Проблемка маленькая. Я тоже на один день перешел на травуки, ноги зажили, и я потом снова одел кроссовки, которые отлично держат на камнях. И вообще ногу лучше держат. То есть травуки, может кто знает, у Асикса такая разлапистая штука, типа этого лаптя. Вот. В нем нога, она себя очень хорошо чувствует, ей замечательно, но на сложном рельефе это не то, что нужно. На курумах, всяких камнях, там такие есть. Там очень крутые травуки бывают всякие. У меня была аналогичная ситуация, я шла в этих Силконе X-Odus, у них там подошва Vibram, сами кроссовки, такая сеточка легенькие, и подошва очень тонкая и гнущаяся, то есть она там с амортизацией совсем плохо. Я их одела там первый раз, потому что до этого я их несла в рюкзаки, берегла и, в общем, холила и лелеяла. А тут был такой длинный участок, там асфальт и какие-то там эти городочки. И все, мне Саня там это капал на мозги, что надо колени беречь, а Асикс это амортизация. И, в общем, одела я эти травмуки. И, в общем, я еле дошла этот этап, потому что нога у них даже вот не по камням, а вот по ровному месту начинает ездить. То есть я начала стирать ноги. А я наоборот. Да, вот. Потом я одела опять эти X-Odus'ы и была счастлива до финиша. Так что это... Про кроссовки я сейчас скажу одну вещь. Значит, мы перед Ирининой гонкой, мы там жили ночь в неком кемпинге с болгарами. И с ними обсуждали это дело. Там парень, один из них, было трое, два парня и девчонка. Парень один собирался прибежать там в пятерке. Это, в общем,
заявка такая, ой-ой-ой. Показывал нам свои кроссовки, которые были вообще невесомы. Мне казалось, что это какие-то типа полумарафонки или что-то такое, вообще прям ничего. Мы говорим, как вообще, а как амортизация, камни туда-сюда. Я типа привык. Это не мы говорили, это ты говорил. Ну, может быть, потому что я как раз залег тоже. Да. И он без палок собирался бежать, тоже он привык. Он после первого дня сошел. Да, вот. А второй вообще его очень жалко, он не успел в контрольное время. То есть он был там за сколько там, 10 километров до финиша. Когда часы пробили, даже не за 10. Ему оставалось он, 40 минут. 40 минут, 40 минут когда, если быстро. Вот Ирина за 40 минут дошла с того места, где он вот, где как бы все, не можно иметь часы. Это конечно. Это. То есть это уже потом по протоколу посмотрели. То есть жалко ребят, конечно. Ну а кроссовки надо подбирать, это я даже не знаю, что посоветовать, но они должны держать на мокрых камнях, потому что если они не держат на мокрых камнях, то это не вариант. Не, ну тут просто вопрос принципиальный, там каждый день в каких-то других, там, или чередовать, или все-таки люди одевают. Да, я думаю, как нравится. И прут неделю. Ну как нравится. Вот мне удобнее оказалось одеть и переть неделю. В основном народ, конечно, переодевает. А носки меняют? Носки меняют. Если так вот они не приступили. Хотя бы человек стирает там все это, естественно. Вот, кстати, это важный момент. Вот группа поддержки – это стирка, сушка, либо у вас большой баул вещей, которые вы можете... Ну вот сколько раз я менял носки? Каждый раз. Ну каждый раз, в смысле, на базе жизни? Да, на базе жизни. Ну то есть 7 раз. В промежутках я, например, не переобувался. Ну, мы-то привыкли, да, но народ я не знаю. На таких этих... То есть у меня лежали запасные носки в рюкзаке на всякий случай, но, в общем, я не пользовалась. Но лучше, конечно, иметь, мало ли там. Там одна тетенька, когда я Иру сопровождал, там была одна тетенька, которая сопровождала своего мужа. Она задействовала все одновременно имеющиеся на каждой пазе жизни фен. Она там разные его причиндалы, там разные гортексы. Зачем надо сушить гортекс? Куртку. Для чего вообще? Смысл какой? На улице дождь. Ну и что? Ну вышел он, и она мокрая через несколько минут. Вот все его абсолютно вещи, вот она стирала, сушила. Заботливая жена. Да, заботливая жена. Да, ну просто там были и другие как бы, заботливые граждане, и жены, и друзья, которых надо было заботиться. А еще у меня была большая-большая мечта, чтобы у меня был большой банный халат, в который можно было завернуться после душа. То есть вот это вот момент, который если у вас вдруг есть лишнее место, вот. А еще очень существенная вещь, психологическая, это то, что ты вдруг узнаешь, что оказывается человек, про которого ты думал, что он какой-то там недосягаемый, оказывается, ты его догнал и перегнал. Это очень важно. То есть для меня таким человеком был Паша Воздвиженский, а я для него, соответственно, ему вот так вот, значит, пришли. В конце концов, он все равно убежал на последних 3 километрах. Вот, но вот всю дистанцию мы так двигались. А Ирина так двигалась с Алексом Аузеевым, как его фамилия правильно произносится, я не знаю, такой русский испанец. Ну да, когда я его внезапно увидела, я, конечно, очень удивилась. И так они шли, и она в конце концов его чуть-чуть там обогнала, на сколько тоже, минут на 10. Причем, да, я думала, что он давно финишировал, вот, и мы даже ушли с финиша, не ждали, потому что думали, что он уже финишировал, потом уже дома по протоколу. Увидели, а Саня мне говорил, что он где-то там... Там начинаются маленькие хитрости, а вот твой вот потенциал, как бы соперник, он вот там вот спит, дай-ка я сейчас это сам, как раз уйду. Это если группа поддержки... Ага, он ушел, молодец, там-то он и загнется. А мы тут полежим. Это, конечно, тактика, такая вещь интересная. Ну вот эта гонка, которую, мне кажется, надо обязательно туда съездить всем. Вот. Мы до гонки слушали Васю Полкова, который, ну, как мне казалось, ну, просто помешан на этом. И вот он постоянно и говорил, и ездил туда на сборы. И, в общем, вот только вот тур гигантов. Мне казалось, ну, один раз был уже человек, что еще вообще делать? Мы приехали. И что же получается? Мы, наверное, месяц у нас с языка эта гонка и все вот эти вот красивые названия не слетало. То есть это наркотик, который затягивает, и хочется вернуться опять. Вот в этот кошмар, который, казалось бы, ужас. В общем, хочется опять туда. В общем, там хорошо, правда. А что касается цены, кстати, по поводу цены. Значит, в прошлом году стартовый взнос был 550 евро. Но надо понимать, что фактически
за эти 550 евро 6 суток человек, участник и его сопровождающий, оба имеют жилье и еду. Это уже не так мало, между прочим. И еще массу полезных вещей придачу могут получить. Вот. Ну, авиабилеты, понятно, их надо вовремя покупать. Лететь туда лучше, мы, поскольку обещали, вроде как сказать, немножко о логистике, лететь это проще всего в Милан, от Милана с 13 небольшим евро на электричках доезжается до Аоста. Вот. Там они ходят часто, удобно, со стыкованным расписанием. Вот. Это лучше, чем автобус. Автобус тоже можно, но он подороже. И, ну, а внутри в регионе просто... Надо брать расписание, оно, кстати, меняется, надо за этим следить. Там суббота, воскресенье тоже это свое. И школьные, не школьные, там все состыковки, они вот есть. То есть это не то, что... Потому что когда мы ехали, нам сказали, нет, без машины там делать нечего. Нет, можно, вполне можно. Можно вполне. То есть и все хорошо. Где-то что-то пешком проходит, где-то там проезжается. Где-то проголосовать можно, да. Попросить там машины имеющих товарищей из группы какой-нибудь поддержки. Довезли, в общем, там этот вопрос решается. А вы там успевали реагировать на красоты? Да, конечно. Только за счет этого и держались. Но вот когда идешь ночью по ровной дороге, тебе никаких красот нет. Да даже не по ровной. Просто ты идешь ночью и думаешь, какого черта меня организаторы водят вот так вот здесь, вот уже сколько можно. Я понимаю, что, наверное, здесь очень красиво, но этого же не видно, и я должен вот эти десятки километров ходить. Вот я только что сбежал вниз, ну зачем меня вот это, на тягун куда-то потащить, ну так бесит просто. Я же ничего не вижу вокруг. Вот это вот фонарь, вот такое пятно, ближайшие два шага и все. И ночью видно. На какую-то плотину погнали, невиданной красоты. Но я ее не увидел, потому что была ночь. А потому что нужно ходить так, чтобы... Все время поблудить, да. Но не получается. Надо строить... маршрут от красот. Нет, график движения. Вот здесь я сплю, здесь я веду. На самом деле во многом от региона зависит. Вот у меня впечатление, от, например, от Экс-Крыма в 2011 году, как раз ночные, наоборот, самые лучшие, потому что вот это вот берег моря, звезды, да, такой чуть-чуть туман, поволока такая, и прям вот аж подъем был. А днем была жара, было ужасно, хотелось пить. Так что тут, мне кажется, от региона зависит во многом. Я тоже так думала, что вот как раз это для меня. Оказалось, нет. Потому что погода была фиговая, звезды были только один раз и кратко. Вот когда Матерхорн наконец показали, было очень красиво. Но это единственный такой вот момент ночью. А вот у них было... Нам его с утра показали. Но мы вышли... Нет, я к тому, что на побережье ночью практически всегда ясно. А, ну это да. То есть от региона именно. Не, ну здесь, конечно, никакого побережья и помине нет. Это все-таки горы и довольно высокие. Ну, в общем, здесь надо как-то, видимо, график пытаться себе составлять заранее, пытаться ему следовать. Я, кстати, на каждой базе жизни примерно прикидывал, где я когда должна оказаться. Получалось? Вот. А ты знаешь, что ну, иногда получалось, иногда нет, но для вот реперной точки такие, я хотя бы понимала вообще, где я и что, и как я, насколько я там... совсем отстала и безнадежно, или же все хорошо. Это очень подбадривает, когда ты начинаешь опережать свой график. Вот. Я, кстати, у Паши Воздвиженского списала его планы, правда, он в другую сторону это писал, все было очень сложно. Это была дезинформация в чистом виде. Он написал график, прислал его нам, которому он собирается следовать. И тут же, с первого же километра, стал свой график опережать в полтора раза. Ну, мне это помогло. Бежал просто куда-то там. Только и у Васи Бокова там... У него есть блог очень хороший, где он написал замечательные совершенно вот, впечатления по своей гонке, там в четырех частях обязательно почитайте, просто великолепно. Вот. И у него тоже был график, и вот я на этот график смотрела, на его, на тот, и, в общем, что-то пыталась там свое писать. Вот это ну, как-то помогает. Потому что когда вот вообще в каком-то молоке движешься, ну. Я из такой вот очевидной ошибки, пожалуй, скажу по поводу графика, что последний этап – это тот этап, когда можно уже, наверное, можно пожертвовать хорошим самочувствием и просто вот, и не отдыхать, и просто последний этап уже, ладно, черт с ним, как говорится, там вымучивать что-то. На бровях, в общем. Да. То есть это даст выигрыш поездки. То есть обычно тот, кто хорошо отдыхает, тот потом тебя обгоняет, да? А тут было ровно наоборот. Люди, которые, значит, не отдыхали, а просто пошли, они
уже, видимо, самый последний там спуск последнего перевала, они уже, даже пускай они там все вымотанные и все такое, но они уже на адреналине, потому что вот, вот он финиш, и они идут быстро в любом случае. Ну да, я тоже отдохнула перед последним этим на трассе. Я вот жалею там. Я тоже жалею. Я видел, все время попадалась мне тетка голландка, она в результате, кстати, женщина у нас вторая была, по-моему, да, третья. Я все время ее обгонял, все время обгоняешь. Вечно вот смотришь, человек сидит и постоянно заклеивает ноги, непрерывно, на дистанцию. Всю дистанцию, вот 350 километров, она заклеивала ноги. И она меня обогнала на 10 мест и на пару часов. Ну жалко. Может, надо было сидеть, ноги заклеивать. Смотрите, пожалуйста, вот те люди, которые выигрывают подобные гонки, как у них распределяется качество? Вот природные данные, опыт и тренировка в процентном соотношении? Ну, я не знаю. Ну, вот на ваш взгляд. Значит, у нас выиграл парень относительно молодой, на вид ему лет 30 с небольшим, не такой уж он прямо возрастной. Вслед за ним с приличным отрывом, но тем не менее вторым был вот наш примерно ровесник. Он, насколько я знаю, про него вот, ну, у них там есть какая-то передача, там они про него писали, он не всю жизнь этим занимался, он начал этим заниматься довольно поздно. Я не думаю, что у него прям уж какие-то такие природные данные особенные. У молодого парня, который был первым, видимо, с природными данными все хорошо. Мне кажется, природные данные — это должна быть некая упертость. Это выращивается. Собаки стоят. Да. Но это выращивается. Это вот, тренировки, разумеется. То есть это... Я не знаю, что такое природные данные. Выносливость на такой дистанции, а как об этом узнать? Как это можно узнать? Как это можно натренировать? Ну я тут хожу по Москве, там 5 контролей туда, 5 контролей сюда. Это же ерунда. Не, ну есть же природные данные, кто-то спринтер, кто-то марафонец. Ну, марафонец, это супер спринтер на этом фоне. Как ты узнаешь, что ты узнаешь о лидерах? То есть вот что упертость должна быть, это потому что иначе просто не поедешь. Ну, упертость — это с рождения. Да. Ну, с рождения, да, это вот природные, да. Природные данные. Ну вот, наверное, в каком-то смысле, наверное, тогда это природные. Там всякие МПК, ну тоже они, наверное, важны, но это скорее... Вот этот вот дядечка, который у нас был второй, наш ровесник, он такой, какой-то, я не знаю, маленький, такой, не особенно худенький, не особенно толстенький, какой-то такой, довольно съеженный такой дядечка. Вот. Да, слышал бы. Ничего, ну, не скажешь, что он какой-то там великий спортсмен. Он эту дистанцию прошел за 80, по-моему, 1 час. Ну и он отдыхал очень мало. Это место. Но он там все время живет. Да, кстати, вот интересно, поселок, обычное дело, поселок. Он простирается вот так вот метров на 500 по высоте. Ну, они просто ходят в гости там. Mm-hmm. Туда 500 метров, сюда 500 метров. И так раз в день. Говорят, что у жителей горных, у них объем легких другой совсем. Они совсем по-другому распоряжаются. У меня объем легких никакой, например. Ну, вот такой, очень никакой. Другой. Ну, то есть, скажем, объем легких, он сразу будет виден там, скажем, на лыжах, там, при беге. Ну, а при подъеме вверх наверняка это работает. Мне кажется, это важно. Нет, во всех. Не так. Нет. Не знаю, я вот при подъеме вверх я начинаю задыхаться и умирать просто. То есть, если у человека, как говорят, вот, природные данные, МПК, да, максимальное потребление кислорода, если он у него там обалденный, там как у какого-нибудь Бьерн Дарлина, там сколько, 96, по-моему, еще в таком духе, но это вообще ничего не говорит о том, как он будет эти 300 километров. Ну совершенно ничего. Это означает, что он быстро пройдет какую-то дистанцию. А что будет дальше? Может быть, он пройдет так же быстро, а может быть, никак не пройдет. Может быть, там умрет. Ну вот мне так кажется. Это совершенно другое. Это... Вообще, с точки зрения физиологии, биохимии, могу вам сказать одну простую вещь. Ой, это очень интересно было, да. Что, ну, у меня бронхиальная астма, да? Как у меня, да. Ну да, так он бегает на препаратах, а я как раз пошел по другому пути, чтобы не пользоваться в принципе препаратами, потому что там, когда мне, я после армии слег, и мне сказали, что тебе там больше 3 километров на лыжах пробежать, все это категорически нет, ингалятор утром, ингалятор вечером, приступ будет, бронебойный ингалятор, все. Ну, могу сказать, что я тут недавно разбирался на даче, нашел свой ингалятор, который я, оказывается, 2 года назад там забыл. Вот, и больше им не пользовался, вот. Ну, то есть, первое время после больницы я им пользовался, да,
Могу сказать, что вот та самая врожденная выносливость, это, собственно говоря, параметры обмена веществ, да, то есть проницаемость клеточных мембран и много еще страшных слов, да, там насыщенность кровяных телец и так далее. То есть это все действительно настолько сложно и действительно настолько зависит от огромной кучи параметров, что просчитать это на уровне тренировок невозможно. Возможно просчитать что? Последствия. Возможно просчитать, во-первых, диета, да, диета, то есть вот помимо всего у меня еще там есть некие кожные заболевания, именно вот на уровне крови, то есть аллергические кожные заболевания. Могу сказать, что диетой решается в принципе любая проблема, вообще в организме, да, то есть можно убирать постепенно, потом добавлять постепенно. Вот почему, например, тоже хотел вставить, но просто забыл, когда выходил. Значит, про томатную пасту. Помидоры – это самый аллерген. Даже те, кто считает, что у них нет аллергии на помидоры, у них она есть, но просто в малой степени. Помидоры – это действительно сильнейший аллерген. Так же, как яблоки, они являются сильнейшим окислителем. Да, и поэтому, как бы... Вот то самое, увеличивается проницаемость клеточных мембран, и все вот эти вот все сопутствующие хреновые вещества, они тут же в организм попадают сразу. То есть вот в клетки все, и от этого начинается, собственно, разлад. Вот. А с точки зрения, значит, обмена веществ, да, то есть вот если мы от клеточного уровня отойдем больше вот к уровню органа, то получается такой момент, что... Во-первых, вот я как астматик могу вам сказать, что в детстве я не умел бегать и не мог. И я задыхался через там 10-15 метров бега. Сейчас я там, ну пускай марафоны не бегаю, да, но по крайней мере 25-30 километров для меня пробежать в принципе в порядке вещей. Да? То есть опять-таки все тренируется, причем тренируется, как вы понимаете, на порядок. Да? Если человек на это тратит... Не как я, там, 2 тренировки в неделю, если человек на это тратит 4 тренировки в неделю, да, пускай совмещая с работой, то это уже другой вопрос. И третий момент, если мы живем в городе, то мы живем в городе, и надо понимать, что мы дышим всей фигней, да, вот я могу сказать, что я приезжаю на море со своими всеми болячками, и после этого я оттуда возвращаюсь, и я как выбитый коврик такой, раз, все вот. То есть вот этот все морской воздух, он как бы вытягивает все. Ну вот, например, да, то же самое там, если жить постоянно на природе, кушать с земли и так далее и тому подобное, да. Будет другое здоровье. То есть если, да, вот как порошковое молоко, порошковый чай и так далее, ничем хорошим это не закончится. То есть все не кончится чем хорошим, мы же все равно здесь жить будем, на море нам пока не светит. Все жили. Почему? Почему? На Дальнем Востоке выдают землю гектарами. Видите, как он идет? Он идет не сильно, пусть. Ну, пока не все. Ну, по блоку бежит. Не, ну если он все время такой темп держит, такой дистанции. Он просто не тратит время на пунктах питания в базах жизни. Это очень существенно. Быстро умрет. Да просто у него экзоскелет из адамантия, да и все. Может, насчет возраста его, я не знаю просто его возраста, но он такой, не сильно пожилой. Это местный тоже какой-то, с немецкой фамилией, но итальянец. Нет, мне, кстати, кажется, что с возрастом спокойнее относится к недостатку сна. Вот это да, кстати. То есть с молодежи сон больше. Надо еще подождать, влезть в диск. Можно только начинать. А может это нарабатывается все-таки тоже тренировки? Я думаю, что конечно, на всяких таких соревнованиях. Недостаток сна нарабатывается тренировками такими. Лежишь на диване и спишь. И нарабатываешь. Не, во время таких можно... Такая разметка у них была. Можно бодрствовать. Вот что я бывает на гонках, у меня происходит момент часа на 2-3 просто вот. Бодрствовал. Вот на Эльбрусе то же самое было. Мы когда спускались с Балтбаши, я в этот момент бодрствовал. Ну, понятно. Но меня тогда накрывало, мне хотелось спать. Кто-то... Там ноги? А ты туда голову забыл. Там их У вас, я так понимаю, вообще отходника не было, да? То есть вот гонка закончилась, вы могли ее практически повторить. Абсолютно не было. Вообще мы там поехали, потом
почти. На их гонки дали билеты в термы, и мы хотели, а это что-то на куличках, да, и мы, значит, это подобрались, и не поевшие, не, по-моему, даже не помыли. А, нет, я помыться-то успела, но поесть мы не успели. Вот. И, значит, поехали в эти термы. Но в термы мы не попали, потому что там, ну, в общем, мрак был там. Автобусы не совпали. Вот. И хорошо, что не попали, потому что мы выяснили, что если бы мы попали, мы бы на следующий день на самолет бы не попали, потому что автобусов обратных оттуда не было. Вот это вот наша любимая база жизни. Доехали как раз до этого Форда Барда и решили, что ну а тогда что время тратить? Надо сходить на экскурсию в Форт Бард. Это был уже вечер того дня, утром которого я финишировала. Ну, мы погуляли по этому Форту Барду, вот, походили, а потом уже с высоты увидели там местечко под палатку и пошли туда спать. Так что... Не, то есть не было, ну, абсолютно... Наоборот, было, такая... То есть вот обычно после всяких мероприятий такого рода, суточных, допустим, мероприятий, и тем более Red Fox, например, релаксируешь порядочно, очень долго. Восстанавливаешься там, ну, после суточных неделю обычно. После там Red Fox, я думаю, что побольше. А здесь как-то вот, видимо, да нет, нет. Темп такой, что вы, в конце концов, программа просто у вас случился такой момент, что вот этот отходняк, он попал он как раз во время, да? Вот если, как вы говорите, вы бы финишировали в лед, да, то есть ускорили бы, тогда отходняк бы случился. Да, нет, ну мы бежали вообще-то 20 километров последний. Ну что такое 20 километров на фоне? То есть такой спорт. Нет, было озвучено. Я всего лишь, что надо было еще быстрее идти. Надо было не еще быстрее идти, надо было не отдыхать на последней базе. Ну или так. Я там и не спал, тогда бы случился отходняк. А так у вас отходняк, в принципе, плавно на спад активность шла. Я бы не сказал, что она шла на спад. Нет, она на ровно. Ну, достаточно не на спад, а на ровно. Ну, то есть она не вот так вот скакала, она. Ну там были провалы. Да, в процессе. Да. Но вообще темп отличался в начале, и вот просто ощущение, что ты здесь бежишь, чувствуешь себя великолепно, вот я такой прям молодец, всех обгоняю, все классно, и здесь то же самое. Но только реально скорость отличалась так, что первый этап, который продолжался 59 километров и там 4 с лишним километра набора, я прошел за 11 с чем-то часов, да? А предпоследний этап, который был такой же примерно по протяженности, и набор там был меньше, я шел 16 часов, не останавливаясь. Вот. А мне казалось, что и в том, и в другом случае я себя прекрасно чувствую, бегу, и все вообще великолепно. То есть, ну это вот такое немножко измененное сознание. Это вот эти гнутые палки. Да. Специфические. А вы на сколько похудели, вмешивались? Сложно сказать, потому что у нас просто была череда мероприятий такая, это вообще логистика была умопомрачительная. Я не знаю, сколько я времени и сил потратил на то, чтобы спланировать это все путешествие, вот такое вот, там, начиная с Пиренеев и заканчивая, значит, вот Италией, да? На месяц мы уехали из дома. Ну, за все в сумме, ну, наверное, килограммов 8, вот у меня так получилось. Не, не 8, 6, наверное, 6, это 6. К сожалению. Но мы там на самом деле хорошо кушали на этой дистанции, когда уже смогли. Ну, а потом, кушал? Когда я ее сопровождал, она не могла есть, а я, значит, зато все это употреблял. Это обидно, конечно. Потому что потом вспоминаешь вот эти вот итальянские сыры разложенные. Да, конечно. Там эти Гранд Падано, Пармезано, Реджано Пармезано. В общем, все мимо, и все мимо. А вам такой кофе или такой кофе? В общем, более слез. Ладно, мы попробуем за вас. Да, в общем, надо, конечно, туда возвращаться. И есть сыр. И запивать красное вино. А еще этот вопрос, не знаю, может, вначале говорили. Каждая страна имеет квоту 2 человека, да? Нет, не 2, минимум. Нет, это минимум 2 человека. Я просто считал, что дальше там уже какая-то лотерея проходит. Нет, все равно квота сохраняется. То есть если заявляются там 10 человек, сколько нам места дали? А, я сейчас скажу. 4, значит, 5. Заявилось, предположим, 2500 человек. Пропорционально. Из них заявилось 10 из России. А всего они берут, предположим, 700. Значит, ну, то есть каждый там... Четвертый, почти. Это значит, что они русским должны были бы дать в 4 раза меньше мест.
Ну, это, ну, допустим, они выделили, получается, там 4 места. Ну или сколько, условно говоря. Если кто-то не согласится, ну, или ему не выпало там, да, они следующего подтянут из той же страны. То есть выделили на 10 человек 4 места. Потом, ну почему странно? Два места это законные, которые всегда на страну. Хоть там один человек зарегистрировался или два. Это всегда квота на страну. А потом пропорционально заявленным. То есть заявилось, по-моему, 2500, а мест 770. Ну, из России всего 10. Все должны были взять. Это с чего? Почему? Потому что итальянцев не брать. 10. А итальянцев не брать, их много. У них там действительно есть ограничения, что они местных как-то вот, ну не то что отжимают, их не может быть больше какого-то там 2/3, допустим, 60%, я не помню. Ну, в общем, реально выделили на нас вот 4 места. Потом, значит, кто-то отказался, соответственно, подвинулись, вот попала Вера Пономарева. Потом кто-то еще отказался, по-моему, это уже не из нашей страны, а перешло из какой-то другой. То есть там система очень сложная, потому что даже если, например, отказывается... Ты с какого раза попала? С третьего? С третьего раза я попала. То есть сначала со второго раза попала Вера Пономарева, а я попала с третьего раза. То есть вероятность не попасть... Тренироваться и не попасть на достаточно велика. Ну, велика, но это все выясняется в конце февраля. А потом, ну что, не потренировался, вот ты, например, тренируешься январь, февраль, потом не попал, ну все, это такое горе, я тренировался. Лучше не пропадает. Скажите, а проводят эти вот соревнования исключительно там или есть еще какие-то? Нет, а почему вообще вот это выбрали? Или вы говорили, я опоздал. Что? Почему конкретно вот эти соревнования? Или просто вы услышали? Три года назад я что-то где-то услышала. Гонка на выживание. Но мне эти слова в голову запали. И первый раз, когда мы услышали, там был как раз и в эти же числа чемпионат России про гены в Красноярске. Ну, значит, мы пролетели, мы не смогли заявиться. Вот. Ну, что делать? Надо заявляться на следующий год. На самом деле, таких соревнований мало. В Европе их проходят, ну, вот только эти фактически. Еще есть аналогичная гонка PTA, она более дикая. В рамках, вот я говорил, UTMB, она проходит пораньше, в конце июля. А Транспиренея сейчас? Еще есть гонка Транспиренеи, но она проходит раз в два года. Она была один раз. Мы, вообще говоря, собираемся. Теперь, раньше нам казалось, что даже вот это что-то запредельное, какой-то маразм, да, даже нечего пробовать. А Транспиренея, где 900 километров и набор 60 с лишним километров, вот, это вообще, ну, это мало ли, чего люди не скажут. Вот. Там контрольное время 2 недели. Ну вот, теперь мы думаем, что... Хорошо, на 2 недели. Почему? То есть Транспиренея – это от Средиземного моря до... Бискайского залива по всем Пиренеям, по тем же высотам. Там красивейшие места, вот Марина Недосоры. А по маршруту ЖР-11 или это по... ЖР-10, по-моему. ЖР-10. Но все-таки это не по не самому так. Хребту, не а по самому. К сожалению, нет. Вот нас убивает, что вот всякие дорожки, вот если бы вот их не было, вот самое было бы то. Тогда можно было бы... Вот на этих гонках проселков, в общем, мало. Асфальта... Еще меньше, в основном это тропа, конечно. На самом деле, так как вот мы бегать-то быстро не можем, то вот, ну да, действительно, то казалось бы, что вот как раз легче, вот подлиннее, и там уже никто бегать не может, и если еще и рельефчик, то есть там, где не бегают, люди не бегают. А всякие там марафоны, и где народ быстро бегает, ну там совершенно... Рельефчик, это она так заговорила, потому что она раньше все время говорила, что горы она не умеет ходить, а с горой ее колени болит. Да, нет, в горы это... Оказывается, да. Было надо учиться. Вон Вера Пономарева как в гору ходит. Это вообще, то есть встала и пошла там быстро-быстро. Ну а что, ты где-то когда в гору шла, что останавливалась и вверх дышала? Да, я останавливалась и дышала, Марина. Я там еле плелась в гору. То есть приходилось останавливаться? Конечно. То есть это вот все не так это радужно. То есть, ну где-то, ну или медленно шла. То есть, ну народ меня обгонял постоянно, когда был. То есть, когда этот народ был. Потом народ кончился, когда то ли ушел, то ли рассосался. Меня народ обгонял, пока я спал. Но я это люблю. Ну, повезло.
А ты не останавливался дышать или нет? Нет. А зачем он дышит? Практически нет. Ну, может, я не знаю, пару раз за всю год. Но как бы я отнюдь не очень хорошо прошел. Ну вот в условиях дефицита сна, я еще раз хочу сказать, что самые тяжелые грудные участки паромы. То есть кому это как? Очень тяжело. Мне тоже нравится. Потому что вот на таких технических участках просыпаешься и уже как-то не хочется спать. Вот когда вот ой, серпантины там были какие ужасные. Вот, то есть вот такая тягомотина просто. А срезать нельзя, да? А вот ты знаешь что? Вот они срезали, там где-то еще кто-то срезал. А вот когда вот был там перевал самый высокий, Коль Лассон, там 3300, я попала опять. Какие-то люди шли, которые я начала срезать, а там просто покруче идешь и все. А серпантин, вот такие вот петли пологие, длинные. Вот, они сказали, не-не-не, срезать нельзя, мы вас сейчас ваш номер запишем и дисквалифицируем. И вот это было ужасно. Вот, а они все срезали, и в общем все было хорошо. И там действительно протоптанные, я так думаю, что просто. Не, верхом не срезали, мы вниз бегом бежали, срезали. Ну, вы вот сказали, как раз вверх-то. У нас в обратную сторону. Еще удобнее срезать. То есть. А как можно срезать, если у вас был спутниковый маяк? Я не думаю, что это значит, это мелочь. Речь идет о том, что ты срезал тут метров, я не знаю, 100. То есть в сумме, ну сколько, у меня в результате GPS все равно показал 350 километров. То есть я не думаю, что это... Здесь срезал, а там я перерезал. Пошел прогулялся. Серпантинные эти петли, вот они идут вот по этому, по склону, вот когда на перевал поднимаешься. Ну сколько они там, 50 метров в одну сторону или 100 метров? Ну это почти в пределах скорости. Я думаю, что они за такой ерунду не следят. Настолько пологие, что... Могли бы, конечно, придраться. Но вот у нас вот были такие люди, которые считали, что это нехорошо. Вот, хотя ты же тратишь больше сил, когда просто лезешь круто вверх. Собственно говоря, это выбор. По ровной дорожке удобнее. Это дорога ровная, спокойная. То есть вопрос интересный, где ты выбрал. Я бы сказал, что организаторы не заморачиваются чрезмерным соблюдением, чрезмерно тщательным соблюдением правил. Вот. Вот такие они в этом плане на нас похожи, чем. Не немцы. Ну, наверное, да. Кто-нибудь еще. А вообще, пишите, спрашивайте, если что, потому что это как-то, если кто-то соберется, наверное, вопросы возникнут. Спасибо. Спасибо.